Доброе утро, коллеги! Поздравляю вас с первым днем зимы и приветствую вас на зимней сессии Aruba Tech Update. Традиционно после всех наших выступающих у нас будет такой небольшой квиз. Мы зададим вам ряд вопросов. Их будет всего 5. Я надеюсь, что вы будете внимательно слушать наших спикеров и, ответив всего на эти 5 вопросов, мы вам обязательно пришлем ценный приз. Если вы будете плохо отвечать на вопросы, призы достанутся и нашим сотрудникам, поэтому очень надеюсь, что так не получится, что вы на все ответите правильно, и все призы улетят по разным уголкам нашей большой страны, и не только. Я видела сегодня, да, что нас слушает не только Россия, а все, кто понимает по-русски, отовсюду. Так вот, поэтому несколько тизеров по поводу того, что сегодня будет. Официальные названия презентации вы видите перед глазами. А я так чуть-чуть намекну, что еще ожидать. Во-первых, Алексей Тимарков будет показывать живую демонстрацию нашего Wi-Fi из HTC в Москве. То есть он будет по-настоящему вот прямо при вас что-то настраивать, втыкать проводки, показывать, что при этом происходит, какие изменяются показатели. Вот. Поэтому все честно, без всякой записи, сегодня все вживую. И также интересно то, что Игорь Грищенко расскажет вам про опыт реализации живого проекта, который мы внедрили не так давно. Он при этом не будет сам находиться на стадионе в Москве, но покажет некоторые фотографии, как это реализовано, где стоят точки на потолке или под сиденьями. Вы все увидите. Проект абсолютно живой. Да, простите, пожалуйста, я не представилась вначале. Меня зовут Екатерина Пряникова, я руководитель Aruba в России. И, ну, о чем обычно говорят руководители? О приоритетах и о стратегии. Ну, так вот, позволю себе пару минут об этом. О чем думает Aruba и какой ее главный приоритет на ближайший год, возможно, и на будущее. Наш основной приоритет – это сеть как сервис. У нас есть ряд продуктов, которые доступны по подписке, то есть как сервис. А остальные продукты, все продукты Aruba, также можно потреблять с помощью финансовых услуг компании HPE, частью которой мы являемся. Ну, так чуть поподробнее про первое. Значит, по подписке у нас есть известные и хорошо зарекомендовавшие себя продукты ClearPass, система аутентификации, значит, система навигации Meridian, умные датчики Wi-Fi UXI, сенсоры, ну и наша флагманская система, мы называем ее ESP, искусственный интеллект сети, она реализована с помощью лицензии Central, которая также доступна по подписке. Значит, чтобы не казаться, что это что-то такое заоблачное, и оно облачное, и не про вас, скажу, что в России уже есть 3 боевых внедрения. 2 из них пожелали остаться неизвестным, а по третьему мы сейчас пишем историю успеха. И вот уже скоро, я надеюсь, наверное, на следующем таком же выступлении, мы сможем подробнее рассказать, что это за marketplace, интернет-магазин, который внедрил себе искусственный интеллект в сеть и этим уже активно пользуется. Значит, а 2 других заказчика – это производитель облачного софта, да, и магазин товаров для дома и дачи. Я бы так намекнула. Так, и второе, как я вам сказала, что все продукты Aruba можно потреблять как сервис с помощью финансовых услуг, да, то есть вся инфраструктура у вас стоит на сайте, да, но платите вы за нее как OPEX, то есть там помесячно, поквартально, как вам удобно. Вот. И здесь тоже нам есть чем похвастаться. История, расскажу такую историю. Заказчик года 2,5 назад подписал контракт с HPE, контракт на GreenLake, на те самые финансовые услуги,
и сначала потреблял только серверы и сториджи. Ну и затем попробовал также потреблять и сетевые решения Aruba. Ему понравилось, он уже внедрил в две площадки таким образом наше решение. И сейчас в рассмотрении еще три на два офиса и завод. Это крупная логистическая компания, которая пока что тоже пожелала остаться неизвестной. Вот. Поэтому все это про нас, про вас. В России внедряется, и, значит, чего вам тоже желаю. И как последнее напутственное слово, чуть-чуть скажу пару слов по поводу общей ситуации на рынке не только сетей, а всей микроэлектроники, и не только России, а всего мира. Вы, наверное, на себе уже ощутили, что есть некоторый дефицит товаров. Да, это коснулось далеко не только Арубы, да, и далеко не только у нас. Это общемировая сложность. Мы стараемся с ней жить и справляться. Конечно, ну, мы не компания, у которой там все всегда лежит на складе в Москве, к сожалению, не так. Тем не менее, там наш ближайший основной конкурент, ну, так, по нашим скромным прикидкам, у него сильно дольше сроки поставки. Есть, с другой стороны, и компании, наши другие конкуренты, у которых, возможно, где-то продукты более доступны, но, опять же, не потому, что они там из чего-то другого их производят, все делают все из тех же самых микрочипов. Вот, просто там у них еще какие-то остались остатки на складах, да, а мы уже все распродали этим летом и это осенью, сейчас 8 по заказ. Тем не менее, примерные сроки поставки, я бы сказала, от 3 месяцев, в среднем 4. В целом, конечно, это дольше, чем раньше, раза в 2, тем не менее, размещайте заказы, мы все привезем. Итак, спасибо большое за внимание. И я передаю слово Арсению Анплееву. И хорошего вам сегодня продуктивного дня. Не забудьте про вопросы в конце. До свидания. Так, коллеги, добрый день. Дайте, пожалуйста, обратную связь, что меня видно. Видно. И слышно. И слышно. Еще и твои слайды видно. Так, на ваших, да, экранчиках должна быть видна моя презентация, а по крайней мере ее заглавный слайд. Представлюсь, меня зовут Арсений Анплеев, я являюсь техническим консультантом компании HP Aruba. Я приветствую всех на этой зимней сессии нашего очередного Tech Update. Первая сессия у нас будет про, в общем, про коммутаторы, да, так скажем, про коммутаторы линейки Aruba CX. В первую очередь это про новую архитектуру распределенных сервисов, которую мы предлагаем нашим заказчикам на основе, на базе коммутаторов Aruba CX 10-тысячной серии, которая уже была анонсирована, но глобально появится буквально через некоторое время, я даже думаю, в начале декабря. Следите за новостями и про другие новинки, которые у нас появились чуть ранее, месяц назад, и, может быть, осенью или летом, так скажем. И первая, соответственно, секция у нас про Aruba CX 10-тысяч. Небольшая вводная, которую вам придется выслушать, прежде чем узнать об этом коммутаторе. Да, мы часто говорим о том, что наступает IoT, о том, что происходит стремительный рост подключаемых сети устройств, когда мы рассказываем про офисные сети, да, то есть про кампусные сети. Но мы совершенно забываем и спускаем из виду, что и в ЦОДе происходят значительные изменения. В частности, это касается непосредственно самих приложений, которые у нас работают в ЦОДе. Очень часто их с современными подходами строят через, ну, с помощью, так скажем, подходом микросервисов, когда у нас одно приложение имеет огромное количество своих модулей, и которые между собой
взаимодействуют в рамках одного ЦОТ и, соответственно, генерируют огромное количество трафика. Естественно, горизонтального, который у нас идет между виртуальными машинами, между контейнерами, серверами, ну, соответственно, между этими микросервисами одного рабочего приложения. И с этим научились хорошо справляться, да, с этим возросшим трафиком. В частности, очень давно уже есть практика построения ЦОТ по фабрике CLOS, да, это Spineleaf, которая обеспечивает хорошую масштабируемость, производительность, ну и отказоустойчивость. Все ей пользуются, но при этом мы понимаем, что количество трафика, которое у нас сохраняется в ЦОТ, составляет примерно 70% от общего трафика центров обработанных данных. Да? То есть это означает, что примерно на одну транзакцию, которая у нас заходит в ЦОТ, да, примерно 2-3 внутренние сервисы генерируют между собой в 2-3 транзакции и генерируют, соответственно, дополнительный трафик. Что, соответственно, требуется? Требуется понимать, как к этим справляться, да, с учетом возросших требований к информационной безопасности внутри наших центров обработки данных. И они действительно появляются, то есть для того, чтобы понимать, что же грамотно, так скажем, реагировать на угрозы и отвечать современным требованиям безопасности от ЦОТ, в первую очередь, что нужно? Это нужно видеть вообще, что происходит. Да? Поэтому очень важно понимать, какие трафики, какие направления трафика, какие пользователи, устройства, виртуальные машины у нас потребляют основную нашу нагрузку в нашем ЦОДе. Да? Второй момент – это то, что надежность самого приложения, например, да, система, она, как правило, определяется надежностью самого уязвимого элемента. А что это значит? Что значит, что если у нас есть приложение, в котором есть цепочка некоторых микросервисов, да, по которой на запрос заказчика собираются данные, вот, то в этой цепочке эта цепочка пострадает, становится уязвимой, если в ней есть какое-то одно уязвимое звено, через которое может быть проведена атака, то есть может осуществиться захват конкретного модуля в программном приложении, в приложении, и через него, соответственно, распространиться на все приложение и на весь ЦОТ. Соответственно, нужно защищать, проверять этот трафик, смотреть на него и по возможности, а точнее уже в существующих реалиях, по необходимости его сегментировать. И если, допустим, все-таки у нас есть в ЦОТе какая-то уязвимость, мы видим, что кто-то проявляет активность, прощупывает его или уже даже уже захватил какие-то определенные сегменты, нам нужно вовремя на это отреагировать. Для этого мы должны, соответственно, создать какие-то системы, поставить системы, которые смогут собирать трафик, анализировать его и предупреждать нас о каких-то непонятных событиях, да, то есть, которые выбиваются из общей картины, на основе которых мы, соответственно, будем реагировать. И, соответственно, суммируя все вышесказанное, то есть у нас, во-первых, в ЦОДе повышается, внутри ЦОДа самого повышается объем горизонтального трафика, и второе, у нас повышается требование, ну, к безопасности внутри нашего центра обработки данных. И с этим, как я уже сказал, частично научились справляться, как это делается сейчас, да, то есть, в принципе, как то, что мы предлагаем. ЦОТ, топология Spineleaf, фабрика CLOS, замечательная вещь, которая обеспечивает высокую производительность. Возьму LaserPoint. Spineleaf, наоборот, Spineleaf, который обеспечивает высокую производительность, такая архитектура, отказоустойчивость, ну, исключает узкие места, да, потому что у нас здесь идет фактически полная связность. И это хорошо, но помимо задач предоставления сетевой связности внутри ЦОТ, у нас есть требования обеспечения безопасности, да, как мы об этом сейчас понимаем. Количество подсистем цифровых у нас увеличивается, количество киберугроз у нас также увеличивается. Нужно от этого как-то защищаться. И традиционно для защиты ЦОТ применялась такая периметрная система, да, то есть на периметр ставился
кому-то большой фаервол. Это фаервол, который находился у нас в сервисном таком сегменте. Как правило, его называли за сервисным лифом. И, соответственно, это был сервисный, в котором реализовалось не только фаерволирование трафика, но и, как правило, балансировка трафика. И, в общем-то, это хорошо тоже в том случае, если у нас трафик в основном вертикальный, то есть идет из интернета, допустим, в ЦОД и из ЦОДа в интернет, ну или от пользователей вашего офиса, вашей компании, в ЦОД и обратно. Вот. Но когда у нас количество трафика внутри ЦОД, между виртуальными машинами, между стойками, между разными торами начинает увеличиваться, и когда появляются требования безопасности, то есть когда нам необходимо даже сервис одного приложения, который у нас крутится на одном физическом хосте в виде виртуальных машин, даже их необходимо изолировать друг от друга и фильтровать трафик между ними, то это приводит вот к таким вот трамбонингам, да, трафика, который нам необходимо заворачивать на сервисный лиф для прогона его через фаерволы, через faithful фаерволы. Что это создает? Естественно, это видно сразу, можно посмотреть по концентрации красных линий, да, это создает узкое место именно конкретно на сервисном лифе. То есть мы взяли технологию, то есть взяли подход защиты периметра и с ростом угроз попытались его адаптировать под защиту внутри ЦОД, что привело вот к таким вот последствиям, как узкое место, которое требует определенных пониманий, как это масштабировать, устанавливать большие производительные железки фаерволирования, заливать на них лицензии, и все это выливается в соответствующие деньги, большие деньги для конечного пользователя, то есть ну, для организации. Но вы всегда таким образом становимся перед некоторым компромиссом, да, то есть в таком подходе, то есть что нам важно? Нам важно просто, быстро, то есть не загоняем трафик, например, для очистки на сервисный лиф, но дешево и небезопасно, или это будет сложно, некоторые задержки на трафике будут появляться, при этом дорого за счет установки большого количества устройств, да, закупки их и лицензии, и поддержки дизайна, не знаю, масштабирования, но при этом мы отвечаем безопасности. То есть те, кто столкнулся с такими вопросами, с такими задачами, с такими проблемами, они уже определенно для себя понимают, что такая архитектура, она до поры до времени, и нужно что-то менять. А вот есть ли лучший вариант, лучшее решение? Оно, конечно, несомненно, есть. Это то, что мы анонсировали 18 октября, которое лучше решает вопросы вот безопасности внутри ЦОД. Теперь мы можем предложить вам поместить сервисы вот фаерволирования, сервисы балансировки намного ближе к нагрузке, прямо в тор-коммутатор, прямо в стойку, и не в одну, а в каждую, да, то есть вы можете установить данное решение в каждую стойку, и все это реализовано на базе коммутатора Aruba CX10000, который и представляет из себя, так скажем, ну, ядро этого решения, да, то есть решение распределенных сетевых сервисов внутри ЦОД. В английском мы можем встретить distributed services switch, то есть это коммутатор для построения распределенных сервисов внутри ЦОД. Все это реализовано, как я сказал, в коммутаторе CX10000. Коммутатор Tor обеспечивает он, как и firewall, stateful фильтрацию на аппаратном уровне внутри стойки. То есть вместо того, чтобы теперь заниматься трамбонингом трафика до центрального лифа, мы устанавливаем, до центрального сервисного лифа, мы устанавливаем коммутаторы CX10000, получаем распределенные сервисы фильтрации, балансировки и так далее. Чуть далее познакомимся и, соответственно, уменьшаем задержки, получаем приземление трафика внутри, так скажем, стойки, что положительно влияет на общую производительность нашего ЦОД. И это работает не только между двумя коммутаторами, это работает также и между портами одного коммутатора, если у нас сервера подключены, а также между виртуальными машинами внутри одного сервера. Но если мы говорим про сам сервисный лиф,
то он, в принципе, никуда не девается, естественно, да, то есть у нас также остается, потому что у нас все-таки еще есть периметр, так скажем, мы должны защищать трафик, может быть, какие-то другие варианты балансировки трафика осуществлять здесь, то есть, но в данном случае его масштаб, скажем, значительно сокращается. Давайте чуть поближе посмотрим, так, вот тут картиночки, как это движется трафик. Чуть поближе посмотрим, что это вообще за зверь такой. Это, соответственно, можно назвать, что это вообще новая категория коммутаторов Distributed Services Switch, да, то есть это Aruba CX10000. Она объединяет в себе традиционный коммутатор под управлением операционной системы Aruba OS CX с коммутационной матрицей, соответственно, сам стоит чип от известных производителей на 3,2 терабита в секунду, имеет, в принципе, достойную емкость, приличную в индустрию плотность портов, такую как 48 портов 10.25, 6/100. В нем реализован весь стек протоколов для ЦОД, ну, то есть фактически это обычный коммутатор, да, в котором, если вам необходимо построить оверлейную фабрику поверх underlay, да, то есть это тоже реализовано. А для коммутатора обеспечивается обязательно централизованное управление. Что делает его? И, казалось бы, да, я вам рассказываю просто про обычный коммутатор ТОРФ ЦОД, да, то есть, ну, что такое 48, 10, 25 и 6 соток. Но есть одно значительное отличие, которое в положительную сторону отличает его. В него встроен DPU-модуль от компании Pensando, на который позволяет реализовать все эти замечательные сервисы. Фаерволирование, определение DDoS, сбор расширенной телеметрии. И в будущем появится также шифрование, трансляция адресов и балансировка трафика. Чуть подробнее про этот, вот так у нас раз, все это встроилось в коммутатор. Чуть подробнее про этот самый коммутатор. Соответственно, это коммутатор в исполнении один юнит, традиционный Tor. Каждый может себе его установить в стойку. Представляете, как вы сохраните даже, я бы сказал, стоечное место, нагрузку на инженерные системы в вашем ЦОД, да, если установите такой коммутатор и выкинете все большие те коробки или просто не будете приобретать те большие коробки, которые вы бы установили в сервисном лифе. Вот, так вот, этот коммутатор имеет, как я сказал, стандартную такую производительность, хороший достаточно буфер. В него встроены два модуля Pensando DPU, да, то есть DPU – это Data Processor Unit, новый совершенно класс устройств, который появился, есть определенные производители, которые этим занимаются, и, как правило, они встраивают их в сетевые адаптеры серверов, вот, для производства так называемых умных ников. Это очень востребовано, особенно у гиперскейлеров, у которых есть хорошая экспертиза для работы с этими никами. Вот, в данном случае точно такой же DPU встроен, ну, точно такой же, да, аналогичного класса устройства встроено в коммутатор CX, два процессора от Pensando Elba, которые обеспечивают суммарную производительность 800 гигабит в секунду для всех обозначенных мной ранее сервисов. А в остальном это обычный коммутатор SOT, да, то есть для Tor на уровне LIF 48, 25, 6 соток для подключения к спайну или для организации VSX, например, то есть кластеризация на уровне Tor двух коммутаторов. И, собственно, такое же с ним обращение, как с обычным коммутатором. У него операционная система Aruba CX. Заходите на него, через клик все это конфигурируете, если вам так хочется. Да? Но это не всегда удобно именно конфигурировать фабрику ЦОД, да и вот эти все правила безопасности, которые теперь встроены в наш коммутатор. Проще это выполнять через какую-то интересную, удобную веб, так скажем, через графический интерфейс. И для этого мы предлагаем вместе с коммутаторами приложение Aruba Fabric Composer, которое позволяет выполнить настройку коммутаторов, построить фабрику, то есть выполнить настройку коммутатора сразу с нуля, да, так скажем, построить фабрику Spine Leaf, если вам необходимо, через графический интерфейс, через пошаговые инструкции, построить оверлейную фабрику и VPN, если также вам требуется это делать в ЦОД, и все это в графическом интерфейсе. У нас уже была одна сессия, посвященная Aruba Fabric Composer. Это было в начале этого года. Если
кому-то интересно, может быть, у нас есть запись, мы предоставим. Вот. То есть это очень удобный инструмент ПО, который позволяет настроить всю фабрику, но при этом в него мы также встроили инструменты для вот реализации через него, для управления распределенными сервисами, в частности, фаерволированием, которые у нас реализованы через процессоры Pensando в коммутаторах Aruba CX. Как он взаимодействует с коммутаторами? На самом деле, с коммутаторами он взаимодействует для конфигурации, то есть для типичной стандартной конфигурации, которая требуется на стандартных протоколах COT, да, то есть, допустим, VPN, BGP, там внутренние, может быть, какие-то протоколы маршрутизации, настройка портов и так далее. А настройка именно политик безопасности, то есть взаимодействие с процессором Pensando осуществляется через приложение от компании Pensando, то есть, а уже с ним взаимодействует Aruba Fabric Composer через API. То есть фактически Aruba Fabric Composer подключается ко всем подсистемам, коммутаторам, вот, к приложению, к ПО от Pensando через API и позволяет реализовать всю эту магию, которую мы вам можем предложить. На самом деле Fabric Composer — это достаточно продвинутый инструмент, который мы предлагаем нашим заказчикам в CoD, потому что с помощью него, то есть его функционал позволяет упростить создание, как я уже сказал, фабрикой в центре обработки данных. Он через API подключается к различным системам, например, это VCenter от компании виртуализации VMware, вот, интегрируется с приложением от Pensando для управления чипами Pensando, может интегрироваться с различными различными системами, которые мы продаем, да, то есть гиперконвергентными решениями, которые продает компания HPE Aruba, и предлагать в едином дашборде такой абсолютную видимость вашего CoD, то есть где виртуалка запущена, на каком сервере bare metal, на каком сервере запущена виртуальная машина, на каком, соответственно, в VMware хосте, куда она подключена, в какой distributed switch, то есть какой порт свитча, куда подключена VMNIC, то есть какой порт коммутатора непосредственно физического. И помимо вот этой всей видимости, которая нам позволяет улучшить и упростить таблшутинг, мы получаем еще и, соответственно, инструменты для настройки, автоматической настройки и ввода в эксплуатацию виртуальных машин. То есть создаю виртуальную машину, например, на VMware, автоматически через API эта информация передается в Fabric Composer, Fabric Composer автоматически через API ее передает на коммутатор, там создается новый VLAN. Вот. То есть никаких заявок, например, не нужно отдельно в сервис, в сетевую команду со стороны сервериста для того, чтобы провиженить ваши новые виртуальные машины, на которых крутятся, соответственно, новые наши приложения. Собственно, как я уже сказал, все вот это было, все есть, и теперь еще добавляется возможность управления политиками и сервисами, которые дает нам коммутатор CX 10000. Давайте немножко закрепим, какие, значит, у нас use cases для использования distributed services switch, да, то есть для использования коммутатора CX 10000, то есть это в периметре CoD мы внедряем stateful сервисы для горизонтального трафика. В первую очередь, как я сказал, в первой фазе это будет фаерволирование. Соответственно, мы получаем микросегментацию, огромное количество access-листов, так скажем, stateful правил по отношению к традиционным, так скажем, решениям, которые вам могут вам предложить сейчас в CoD для распределенных сервисов. И второй use case, например, это возможность объединения CoD. Это будет уже чуть позже, когда у нас появится возможность объединять, тогда у нас появится возможность объединять центры обработки данных компании на высокой скорости и при этом еще и зашифровать трафик на скорости 800 гигабит в секунду. Появится также, естественно, трансляция адресов между CoD-ами, если это вдруг надо, если у нас имеется какое-нибудь слияние и пересечение, слияние компании, да, и пересечение адресного пространства. То есть вот такая молотилка, она сможет вам все это обеспечить. Так что приходите к нам, обсудим экономику построения таких CoD на базе CX 10000 и расскажем чуть подробнее, как это все можно внедрить в CoD. А дальше у нас еще пару теперь уже простых железок, да, коммутаторов доступа для
коммутаторов доступа, да, то есть те коммутаторы, которые мы устанавливаем на доступ в традиционных таких наших офисных пространствах, это что касается коммутатора 6000 и других вне офисных пространств, что касается коммутатора CX400. Вот так вот выглядит наш портфель коммутаторов Aruba CX, да, достойное место свое здесь получил CX10000 среди коммутаторов TOR существующих, которые мы можем вам уже предложить, это 8325, 8320, 8360. Ну и часть из этих моделей также может использоваться, как и спайны, да, то есть, и, в общем-то, если так проследить, да, с чего мы начали формировать наш портфель CX-коммутаторов, на самом деле, с вот этой большой железки самой, затем начали появляться чуть поменьше, затем еще чуть поменьше, и теперь вот теперь мы дошли, наконец-таки, до того, чтобы предложить вам коммутаторы CX-6000 серии, которые, собственно, являются коммутаторами начального уровня, и коммутаторы для индустриальных коммутаторов Aruba CX-4100. Что такое коммутатор CX6000? Это коммутатор начального уровня, как я уже говорил, с гигабитными портами, 370 Вт POE, если это модель, соответственно, с POE. И есть еще одна небольшая коробочка, которая на 12 портов. Да, ну, фактически это 14, но 12 портов у нее позволяет дать POE. И два порта можно использовать либо как оплинки, либо тоже как для подключения конечных пользователей. Но оно без POE. Вот. И есть еще, естественно, дополнительные гигабитные оплинки. Данная модель, она безвентиляторная, соответственно, может быть, кому-то это будет интересно установить в тех помещениях рядом с пользователем, чтобы шум децибелы вентиляторов не мешали нашим сосредоточиться вашим сотрудникам. Коммутаторы CX6000 выполнены на наших собственных ASIC-ах. Это ASIC Aruba 6-го поколения, который отличается гибкой программируемостью и за счет этого быстрое внедрение нового функционала в коммутатор. Если мы чуть подробнее посмотрим на него, то это традиционный коммутатор, да, то есть 24-портовый, 12-портовый, 24-портовый с POE или без POE, с четырьмя внешними оплинками наверх, гигабитными, которые можно установить трансиверы. Коммутаторы управляются через систему управления Aruba Central, об этом чуть подробнее дальше еще, какие дополнительные системы поддерживаются, то есть через CLI, ограниченные операции через GUI, естественно, если вам нужно там какие-то настройки базовые с портами выполнить. Компактная модель, 12-портовая, безвентиляторная, в каждый коммутатор встроен TPM-модуль. Да, то есть он необходим, во-первых, для проверки загрузки операционной системы, то есть что ее там никто не подменил, с ней все в порядке, а также он используется для взаимодействия с облачной платформой Aruba Central, которая является частью платформы ESP. Коммутатор работает, как и вся наша серия CX на операционную систему OS CX, и, соответственно, наследует все ее преимущества, а именно очень богато открытый API. Да? То есть любую функцию вы можете настроить на коммутаторе или собрать статистику через API абсолютно. Соответственно, поддерживает аксесс-листы IPv4, IPv6, но помимо этого еще он поддерживает аксесс-листы второго уровня или два по макам. То есть, как и вся наша линейка CX, она не обладает каким-либо дополнительным скрытым лицензированием, то есть вы покупаете коммутатор, и весь функционал сразу вам доступен. Вот, и обладает хорошей, достаточно ограниченной гарантией, условия которой мы чуть подальше посмотрим. Вот смотрите, в раздачном материале вам будут выданы PDF-версии, скорее всего, и вот здесь наверху вы увидите вот такой вот 3D-модель коммутаторов Aruba CX. Вы здесь можете пройти по этой ссылке, по которой вы сможете пройти, и, соответственно, увидите, посмотреть на этот коммутатор со всех сторон, там буквально сзади, спереди, сбоку, то есть с подписями, что где, на какие органы управления находятся, например, вам там будет подробно рассказано о том, что вот здесь находится у нас консольный порт USB Type-C, вот, а здесь у нас находится USB-порт для того, чтобы подключать, может быть, флеш-устройство или для того, чтобы подключать какие-либо адаптеры там USB на сериал, для того, чтобы обеспечить консольное подключение к данному коммутатору. У коммутатора встроенный блок питания и, соответственно, встроенные вентиляторы. Ну, то есть встроенные блоки охлаждения, которые, собственно, дуют вот слева, так скажем, направо. Да? То есть, но это не касается модели, естественно, самой верхней, 12-портовой. В ней вентиляторов нет активных, ну, и, соответственно, это более надежно. Но у нее есть вот такая некая перфорированный корпус, через который, соответственно, обеспечивается циркуляция воздуха. И нужно очень внимательно к этому относиться, смотреть installation guide, в каких случаях, как его можно, в каких позициях устанавливать на стену, там, на потолок, на стол или под стол, а в каких позициях его нельзя, для того, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
Почему мы его добавили, этот коммутатор? Как я уже сказал, он дополняет линейку CX, линейку коммутаторов Aruba CX, коммутатором начального уровня. И если вы ранее выбирали коммутатор Aruba 2530, то сейчас я вам рекомендую смотреть на коммутатор Aruba CX 6000 серии. Тем более, что у него есть ряд преимуществ в плане доступности, в плане открытого API, лучшего бюджета POE для малопортовых моделей, возможность фильтрации по MAC, например, да, то есть в 2530 этого не было возможности. Ну и это коммутатор, который работает на современной операционной системе и у которого большое будущее. Тут, да, вы можете посмотреть еще таблицу, да, матрицу, сравнительную таблицу коммутатора 2540 и коммутатора 6100. И действительно, если вы ранее смотрели на коммутаторы 2540, то вам, наверное, нужно лучше смотреть теперь на коммутаторы 6100. Вот, и эту сравнительную таблицу вы также получите, в общем-то, в материалах. А мы переходим к коммутатору CX4100, да, то есть это индустриальный коммутатор, который мы представили. Да, теперь, представляете, вы можете приобрести от нас коммутаторы, которые можно крепить на DIN-рейку. При этом коммутаторы эти обладают хорошими характеристиками по питанию подключаемых к них устройств. Да, этот и 30 ватт, это и 60 ватт даже на устройство. То есть то, что может потребоваться вот в каких-то нестандартных внеофисных помещениях. А работают они в расширенном рабочем диапазоне от минус 40 до плюс 70 и имеют степень защиты IP30. Да? То есть от влаги они не защищают, то есть стандартная такая защита, но при этом вот 30 – это от проникновения больших. То есть если вы используете их на улице, то обязательно в каком-то герметичном кожухе. Ну, а по температуре они, так скажем, вывозят, да, справляются. Собственно, есть две модели этих коммутаторов. Чуть подробнее о них поговорим дальше, а пока вот поговорим о тех пространствах, где можно их использовать. Да? То есть, как правило, это коммутаторы, которые нужно устанавливать вне офисных пространств. Это производство, транспорт, умный город, может быть, электростанции, то есть где температура у нас может достигать минус 40, плюс 70, возможно, там, где требуется у нас большое питание по POE, до 60 ватт на устройство. Коммутаторы также очень хорошо устойчивы к выбросу высокого напряжения до 6 киловатт, и, соответственно, киловольт. И, соответственно, нужно смотреть от модели, какая-то модель 6, другая чуть меньше. Ну и, соответственно, их можно устанавливать на каких-то, может быть, электростанциях. Имеют сухие контакты для того, чтобы взаимодействовать, посылать какие-то алармы извне или принимать их в себя. И, соответственно, имеют устойчивость к вибрациям и соответствуют семейству стандартов, которые необходимы оборудованию при установке на рельсовых транспортных средствах, да, то есть средствах, то есть, допустим, железнодорожный транспорт. Данные коммутаторы тоже подходят и для этих сценариев. А у нас давно уже присутствуют защищенные точки доступа, да, вы знаете об этом, это серии, которые были влагозащищенные, можно их спокойно устанавливать на улицу с расширенным диапазоном. Вот теперь для того, чтобы запитать этих точек, вы можете вот выбрать коммутатор защищенный, ну, естественно, устанавливая его на улицу, точнее, индустриальный, но устанавливая его на улицу, всегда помним, что нужно его в кожух. Да? То есть чуть подробнее по коммутаторам. Соответственно, 12-портовая модель имеет два SFP+ оплинка, безвентиляторные, это хорошо, да, не нужно нам каких-то дополнительных подвижных частей в этих коммутаторах, чтобы снизить их надежность, вот, они охлаждают сами себя. И если вы зайдете, собственно, на 3D-модель коммутаторов, для которых на сайт, да, по этой ссылке, и посмотрите, то вы увидите, насколько здесь большие радиаторы, да, так скажем, стоят для отвода тепла от этих коммутаторов. То есть прям все это в 3D можете там посмотреть, со всех сторон поглядеть. Вот, а 60 ватт действительно есть на первых четырех портах каждого коммутатора. То есть, что ли, то ли это 24-портовые стоечные, то ли это, либо это 12-портовые на один рейку. Обращаем внимание обязательно, что до 70 градусов
рабочий диапазон при определенном блоке питания. То есть если это маломощный блок питания, подключаемый к 12-портовой модели, соответственно, до 70 градусов. Если это высокомощный блок питания, то, соответственно, диапазон снижается до 50. Все это описано в Installation Guide, просто на это нужно обращать внимание и следить при проектировании. Соответственно, подключение к оси, к переменному току, к постоянному току для 12-портовой модели. А 24-портовая модель более монолитная, то есть вот все, что в ней есть, то оно как бы есть. Блок питания встроенный, 4 десяточных оплинка, 24 порта, 4 из которых, соответственно, BT, остальные AT, и, соответственно, консольные порты и так далее. А коммутаторы поддерживают также Always On PoE и Quick PoE, что, естественно, может быть интересно, потому что при перезагрузке коммутатора в этом случае питаемое устройство будет продолжать работать, или при включении коммутатора коммутатор сразу подает некое питание на устройство, не дожидаясь загрузки основной операционной системы. Это вот реализовано через QuickPoE и AlwaysPoE на этих коммутаторах. А коммутаторы серии 400 поддерживают и динамическую сегментацию, то есть это возможность моделировать трафик до кластера шлюзов для выполнение анализа трафика, политик фаерволирования и сегментации трафика, который мы предлагаем для решений в традиционном кампусе. Вот теперь это можно делать и с этими коммутаторами, например, на производствах. Да? То есть мы получаем автоматизацию принятия решений, какому сегменту подключить наше конечное устройство, камеру, там, я не знаю, принтер или еще что-либо, что у нас есть на производстве или в тех окружениях, куда мы это устанавливаем, как сегментировать, и все это управляется централизованно через Aruba ClearPass. Я имею в виду управляется политики доступа. Для управления коммутатором есть множество интерфейсов, на самом деле, да, я уже говорил, API есть Aruba Central, облачная система управления, которая помимо управления коммутаторами дает вам возможность управлять и точками доступа Wi-Fi и решением Aruba SD Branch, то есть это SD-WAN сеть. То есть таким образом через единую консоль облачную вы получаете управление всем вашим филиалом, да, или офисом, коммутаторы, то есть коммутируемая сеть, беспроводная сеть и сеть SD-WAN, да, то есть оверлейные сети для распределенных организаций. Есть реализация Central On-Prem, тоже поддерживается на управление, но есть одно но, Central On-Prem управляет коммутаторами, точнее скажем, коммутируемой сетью, да, и беспроводными решениями. В Central On-Prem не встроен модуль SD-WAN. Поддержка через Qi полноценная, естественно, NetEdit, это наш оркестратор для серии коммутаторов, линейки коммутаторов Aruba OS X. Если помните слайд Aruba Fabric Composer, да, вот он там как раз-таки немножко был, взаимодействовал с NetEdit. Вот NetEdit вы можете поставить как отдельное приложение и заниматься оркестрацией конфигурации и управлением прошивками массово, да, для всей вашей сети на базе коммутаторов CX. И есть ограниченный, соответственно, WebGUI. Поддерживаются механизмы быстрого запуска коммутаторов. Ну, это естественно, да. Вот более интересно, наверное, сказать про экосистему вокруг коммутаторов CX. Да? Это, во-первых, гибкое потребление, то есть благодаря нашим сервисам GreenLake for Aruba вы можете потреблять нашу сеть как услугу, так скажем, да. Вот. Или брать оборудование в лизинг, например, брать оборудование в рассрочку, да, например, с помощью наших финансовых сервисов. А дополнительно можете приобретать пакеты поддержки для коммутаторов, для получения консультации в техническом службе нашей, или приобретать наши дополнительные сервисы через компанию HP Point Next для сервисы по внедрению, проектированию, консультации. Также обширное сообщество, где вы можете задавать вопросы на форуме, Airheads Community, пожалуйста, и вы всегда получите ответы. И, соответственно, для автоматизации уже есть готовые плейбуки, так скажем, да, готовые модули для Python, которые опубликованы на GitHub, которые вы можете взять как пример и посмотреть, что написать свой собственный сценарий для автоматизации. Гарантия. Стандартно для наших коммутаторов CX, то есть это в гарантию включена замена коммутаторов на всем сроке владения этого коммутатора оборудования у вас, но не более 5 лет после EOS. То есть EOS объявили,
ждем, в течение 5 лет мы еще будем менять, соответственно, неисправное оборудование без каких-то дополнительных сервисов поддержки. Но обращение в ТАК при этом только для определения неисправности коммутатора и, соответственно, его замены. То есть, если нужна консультация, соответственно, вам нужна поддержка, то есть консультация там в настройке или чего-то еще. Напомню, что мы лидеры в квадранте Гартнера 16-й год подряд. Этот квадрант, соответственно, был выпущен совершенно недавно. Вот ноябрьский он, как всегда, мы практически самые правые, практически самые высокие. Вот, поэтому обращайте на нас внимание и доверяйте аналитическим агентствам. На этом у меня все. Добавлю, что, пожалуйста, у нас есть Q&A. Надо было мне, наверное, раньше об этом сказать, куда вы можете задавать свои вопросы, на которые я, либо мои коллеги будут отвечать в будущем, да, либо я после окончания презентации или мои коллеги после окончания своих сессий смогут ответить. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. А я передаю слово Михаилу Комарову для следующей сессии. Арсений, спасибо тебе большое за презентацию, за то, что ты нам рассказал про новиночки. А мы продолжаем дальше с темой программ на определяемых сетей или из дивана. И сессия эта будет разделена на две части. Вначале я немножко расскажу про теорию, а во второй части Ирина Белова нам покажет с вами настоящую лабораторию. И мы посмотрим, как можно запустить решение из дивана в считанные минуты. Так, поехали. Что такое SD-WAN и каковы его основные преимущества? Ну, прежде всего, конечно, мы с вами понимаем, что все, что мы делаем в сфере информационных технологий, мы делаем для бизнеса. Да? IT для бизнеса – это такой ценный актив, который позволяет каким-то образом увеличивать прибыль либо снижать затраты. Поэтому и рассматривать SD-WAN мы будем с точки зрения преимуществ для бизнеса. Первое, что позволяет делать такого класса сети, это экономить. Экономить на двух вещах. Первое – это на каналах связи. Второе – экономить на трудозатратах IT-персонала. Ну, с каналами связи понятно, что это, пожалуй, самый дорогой ресурс, если брать WAN-сеть. На протяжении нескольких лет эксплуатации стоимость выделенных каналов связи будет превалировать над стоимостью оборудования. Что еще нам дает SD-WAN? Высокую производительность для приложений, а это значит хороший пользовательский опыт, тот самый user experience, за которым мы сейчас все очень внимательно наблюдаем. И, конечно же, снижение рисков. Снижение рисков недоступности ключевых и важнейших для сервиса, для бизнеса сервисов. Теперь смотрим, как это реализуется на решении SD-WAN Aruba. Традиционная сеть, как правило, состоит из классических маршрутизаторов, но это минимальный набор. Дальше к ней дополняются какие-то дополнительные устройства, которые нужны в ряде случаев. Это может быть оптимизатор трафика, это может быть межсетевой экран, это может быть коммутатор и так далее. В общем, получается достаточно такая интересная, сложная конструкция, зачастую состоящая из разных вендоров, управляемая из разных систем управления, имеющая свой интерфейс, свои версии ПО и так далее. Ну, в общем, все как мы любим. Сложно, дорого. Вот. В то время, когда классическая такая современная SD-WAN-сеть, она вообще вся состоит всего из трех элементов. Первый элемент – это централизованный оркестратор, который позволяет нам управлять всей сетью, такой мозг. Второй элемент – это устройство, которое устанавливается в филиалах Edge Connect, не только в филиалах, во всех узлах сети. И третий элемент – это функционал WAN-оптимизации. Сейчас мы посмотрим, как каждый из них реализуется на платформе Aruba. Оркестратор централизованно настраивает, управляет все устройства, автоматизирует создание всех оверлейных сетей, неважно какой топологии, обеспечивает мониторинг состояния WAN-канала в реальном масштабе времени и тут же показывает администратору, где и что происходит, устраняет сам в автоматическом, таком роботизированном режиме все неполадки с каналами связи. Как он это делает, скоро узнаем. Естественно, что он позволяет управлять всем из одного окна, обеспечивает
создание отчетов и видимость приложений, которые использует наша с вами OneSeть. Варианты внедрения. Его можно внедрить в виде виртуальной машины, SODI, on-premise. Его можно расположить в публичном облаке, и его можно получить у Aruba как сервис, то есть через модель подписки, про которую сегодня говорила Екатерина. То есть в том случае, если мы не хотим тратить время, силы, закупать оборудование, проектировать, планировать, внедрять и сопровождать, обновлять ПО и так далее, нести все риски, связанные с этим, то можно заказать его как сервис, и всем этим займется для вас Aruba. Значит, с точки зрения мониторинга в реальном времени, что нам позволяет увидеть оркестратор? Потоки, самые ресурсы емкие, хосты, какая полоса потребления трафика, какая задержка, вариация задержки, каков процент потерь пакетов, карту с таким наглядным графическим отображением, где что работает, где что не работает, логическую топологию, алармы, качество голосового соединения и так далее. То есть, в общем, все, что нужно, и даже чуть больше, на мой взгляд. Следующий элемент – Edge Connect. Это вот то самое устройство, которое мы устанавливаем в узлы нашей сети. Оно позволяет с точки зрения локальной вычислительной сети поддерживать классические протоколы и технологии, прошу прощения, такие как VLAN. Это устройство может быть DHCP-сервером, выполняет функции маршрутизатора, поддерживает стандартные протоколы SPF, BGP и так далее. Кроме этого, в него, в это устройство сразу в базовую лицензию включен движок DPI, то есть он позволяет определить нам с первого пакета, что за приложение к нам поступило, и дальше, в зависимости от того, что за приложение, соответствующим образом с ним работать. В нем же включена функция WAN-оптимизация, поддержка Quality of Service, достаточно такого расширенного, которая позволяет работать через сеть интернет и передавать чувствительный к задержкам и потерям трафик. Ну и там, конечно, есть своя собственная маршрутизация на WAN-стороне. Значит, варианты исполнения Edge Connect. Первое – это физическое устройство. На следующем слайдике мы с вами увидим, какие, сколько и какие у них характеристики. Второй вариант – виртуальная машина, которая поддерживает все известные, самые распространенные виртуальные платформы EVM, Xen Server, Microsoft Hyper-V, VMware. И во всех известных провайдерах эту платформу также можно развернуть. Что касается аппаратных устройств, 6 моделей, начиная с самой небольшой, которая обеспечивает до 100 мегабит трафика, и заканчивая самым большим устройством, которое позволяет обрабатывать до 10 гигабит трафика. Порты в минимальной модели 3 гигабитных порта витая пара, в старших моделях 10-гигабитные оптические порты. Что важно? Вот нет специального слайда, но я скажу. Вопрос, который наверняка может возникнуть в связи с шифрованием трафика, в связи с длинным ключом шифрования. Значит, все эти устройства, они основаны на x86 платформе. Производители процессоров Intel, AMD, они нотифицировали свои процессоры. Все шифрование выполняется в программном обеспечении. Поэтому мы получили нотификацию на ввоз в Россию всех этих устройств длинным ключом шифрования без необходимости получать специальные разрешительные документы ФСБ и Минпромторга. Пожалуйста, заказывайте, получайте, шифруйте AES-256 бит без дополнительных усилий. Ну а мы с вами едем дальше. И смотрим, как устроено лицензирование. Лицензируем мы только полосу пропускания. Шаг лицензирования на слайде. 20, 50, 100, 200, 500 мегабит, дальше гигабит, 2 и безлимитный. Отдельно лицензируется функция WAN-оптимизатора. Она лицензируется 100-мегабитными фрагментами, 100-мегабитными такими чанками, и является централизованным ресурсом для всей сети. То есть на оркестратор мы купили, допустим, 1 гигабит WAN-оптимизатора. Это значит, что мы можем 10 узлов по 10 мегабит включить эту функцию. Лицензии будут забраны,
после того, как они перестанут нами использоваться, они будут возвращены в центральный пул, что достаточно удобно. Таким образом, мы видим, что использование Aruba Edge Connect позволяет существенно упростить структуру филиала и все функции объединить в одном устройстве. Это первое. Второе, естественно, что это устройство не имеет выделенной специальной, не то чтобы она не имеет, а она не требуется консоль управления, поскольку управляется это устройство из оркестратора. Все это позволяет существенно упростить архитектуру, соответственно, повысить рентабельность, уменьшить затраты на нее. Вот в эксплуатации. Значит, двухфакторная такая аутентификация применяется после того, как мы получаем в филиале Aruba Edge Connect устройство, нам нужно подать на него электропитание и подключить к сети интернет. Устройство автоматически регистрируется на портале SilverPeak. Поскольку каждое устройство, когда поставляется заказчику, оно регистрируется на портале SilverPeak, то платформа знает, что это за устройство, и направляет его на соответствующий оркестратор, который расположен либо on-premise, либо в облаке. Там проходит второй этап аутентификации, и сегодня Ирина нам покажет, как это выглядит на практике. Вот, после чего устройство подключается в сети. То есть мошенническое, неавторизованное устройство невозможно подключить к вашей корпоративной сети. Таким образом, вот можно сделать все настройки, абсолютно все, в оркестраторе, в простой, удобной, понятной форме, определить, задать такие графические шаблоны фактически, настроек шифрования, настроек топологии сети, настроек quality of service, и после этого очень быстро вводить в эксплуатацию любые филиальные устройства. Делается это с помощью интерфейса, который называется, или функции интерфейса, который называется Business Intent Overlay. Опять мы сегодня попросим с вами Ирину показать вам отдельно и обратить внимание на вот то, как выглядит этот интерфейс. Ну, а я расскажу, что здесь мы настраиваем все. Мы настраиваем, какие каналы связи будет использовать эта конкретно верлейная сеть. Какая у нее будет топология. Это может быть полносвязанная, может быть топология звезда, может быть вложенная звезда, это может быть звезда со вложенной топологией меш и так далее. То есть выбираем любую удобную нам топологию и ее реализуем. Второе, мы указываем требования к каналам связи, а именно потери в процентах, задержку в миллисекундах, вариацию задержки в миллисекундах. Дальше мы указываем, как мы будем работать с каналами связи. А у нас есть разные механизмы, я про них чуть дальше расскажу. После этого мы указываем, к какой зоне межсетевого экрана относится эта верлейная сеть, какие настройки качества обслуживания нам нужны, будем ли мы использовать функцию WAN-оптимизации или нет. Все, что после этого нам остается, это выбирать одно из приложений и говорить, это приложение будет использовать вот эту верлейную сеть. Таких оверлейных систем может быть несколько. По умолчанию, по-моему, 5 в системе. Ира нам еще сегодня покажет. И, естественно, что мы можем создавать свои, тюнить, настраивать и делать все, что нам необходимо. На этом настройка сети заканчивается. Все устройства, которые подключаются, автоматически будут использовать настроенные оверлейные сети с едиными политиками. И вот эти политики, после того, как мы их создали, Business Intent Overlay, они в автоматическом режиме распространяются по всем Edge Connect. Теперь немножко поговорим про то, как мы работаем с каналами связи. Ну, первое. Устройство позволяет объединить каналы связи в единый транк, да? То есть бандировать. Второе. Устройство позволяет балансировать пакеты по всем каналам связи. То есть балансировка осуществляется не по сессиям, а на пакетной основе. Конечно, каналы связи у нас с вами обладают разными вероятностно-временными характеристиками, поэтому пакеты на приемной стороне могут прийти не в нужном порядке. Для этого, для того, чтобы с этой проблемой разобраться, у нас встроена функция реординга, да, пересборки пакетов в правильном порядке.
Таким образом, мы эту проблему решаем. Следующая функция, которая встроена в Aruba SD-WAN, это Forward Error Correction или исправление потерянной информации, да, исправление, восстановление потерянных в канале связи пакетов. Здесь у нас с вами есть выбор из трех вариантов настройки. Вариант номер один. Трафик, который нам не очень важен, не очень нужен, например, гостевой Wi-Fi. Мы можем эту функцию отключить вообще. Второй вариант для любого продакшн трафика, для любой производственной нагрузки, мы можем включить автоматическую коррекцию потерянных пакетов, которая будет включаться устройством в случае, если оно обнаружит, что пакеты все-таки теряются. В этом случае до 20% избыточной информации будет добавлено к потоку, и это позволит восстанавливать определенный процент потерь пакетов. И третий вариант, когда мы точно знаем, что у нас есть приложение, от которого зависит наш бизнес. А вот вспоминая в начале презентации, я сказал, что одна из ключевых метрик для бизнеса – это снижение рисков. Так вот, у нас есть приложение, от которого зависит бизнес. Это может быть абсолютно любое приложение. Один из наших заказчиков, например, обратился к нам, потому что у них плохо работал голос, и сейлс-отдел жаловался на то, что срываются звонки с заказчиками. Это было неприемлемо. Так вот, в этом случае мы можем включить 100% дублирование полезной информации. Что будет делать устройство? Оно возьмет два канала, основной и резервный. Основной трафик пойдет по главному каналу, а резервный канал будет нести параллельно 100% нагрузку основного потока. Это дает две вещи. Во-первых, переход с основного канала на резервный происходит меньше, чем за 100 миллисекунд, без разрыва сессии, без потери какой-либо информации. Второе, соответственно, позволяет восстанавливать потерянные пакеты, если какой-то из каналов связи их теряет, или даже если оба канала связи теряют эти пакеты. Таким образом, выглядит это примерно следующим образом. У нас есть, допустим, два канала интернет, каждый из них немножко теряет пакеты. В каждом из них немножко разные задержки, они приходят, соответственно, не в той очередности, в которой были отправлены. И вот функция Path Conditioning, она пересобирает пакетики, восстанавливает потерянные, и сверху мы видим с вами 100% работающую верлейную сеть. То есть ни пользователи, ни бизнес, никто не замечает, что что-то где-то теряется, что-то где-то переключается. Она работает совершенно в автономном режиме, и только администратору сообщает на графиках: смотри, здесь были потери 2%, здесь были потери 1%, потом они исчезли, задержка немножко выросла, немножко уменьшилась и так далее. Ну так вам для информации, с чем нам тут приходится работать. Значит, к чему это приводит на практике? Очень удобно показывать на голосовых сессиях. Вот если на классической WAN-сети мы с вами имеем там 1.5% потерь на канале, ну 1.5% это очень много на самом деле. Так вот, голос становится неприемлемого качества, им невозможно пользоваться. В случае, если мы включаем функцию Forward Error Correction, то мы можем там терять спокойно до там 4.5-5% пакетов, и все будет нормально, корректно функционировать, голос будет работать. А если у нас два канала, и мы их включаем вот в этом режиме High Availability, про который я только что рассказал, то там даже при там проценте потерь близким к 20, все еще можно будет пользоваться. Вот этот процент потерь, там 15-20, я говорю, на каждом канале. Вообще сложно найти такой канал связи, который генерирует столько ошибок, и даже на нем SD-WAN Aruba Edge Connect будет нормально работать и выполнять свою функцию. Функция WAN оптимизации, понятно, включается галочкой, позволяет делать две вещи. Ускорять TCP за счет отправки локальных acknowledgement'ов. Очень критично для каналов большой протяженности, то есть для нашей с вами страны. Если у нас есть каналы из Москвы в Новосибирск там, и так далее, по всей стране очень важная функция. Вторая важная функция для нашей страны, я считаю, это сжатие данных или дедупликация. Там, где у нас с вами канал связи дорогостоящий и медленный, мы можем реально увеличить его производительность, включая этот функционал. Сейчас, вот.
И если трафик допускает сжатие, то есть что это может быть не сжатое изображение, файловая система и так далее, то мы с вами видим реальное увеличение производительности. Увидим ее, как наши пользователи видят, так и увидим мы с вами как администраторы на графике. И, как я уже говорил, очень полезная штука, лицензируется централизованно и используется по мере необходимости. Нужна вам оптимизация? Включили. Провели высокоскоростной канал, значит, оптимизация стала не нужна, выключили, используем в другом узле. Выход в интернет. Три варианта. Можем дотянуть как классической сети приложения .soda, там выпустить в интернет. Вариант номер два. Заданные приложения можем отправить в облачный портал очистки трафика, в облачный сервис безопасности, как на слайде, например, на Zscaler. И третий вариант можем выпустить напрямую в интернет через локальный межсетевой экран. Выбираем все, что нужно. Напоминаю, по первому пакетику определили, что это приложение, и работаем с ним так, как нам нужно, в легкой, простой, понятной графической форме. Поддерживается микросегментация трафика. Вот те самые оверлейные сети могут быть независимые. Можно с помощью межсетевого экрана настроить политики взаимодействия между этими виртуальными сетями. Сейчас покажу, как это делается. Вот в такой матричной форме разрешаем трафик, запрещаем трафик, делаем access-листы, в общем, обеспечиваем безопасность так, как нужно нам и как это наиболее удобно. Итого, возвращаясь к бизнесу, возвращаясь к тому, что эти служат интересам бизнеса, напоминаю, как мы экономим на каналах связи. Первое, функция WAN-оптимизации. То есть умеем ускорять TCP-трафик, умеем дедуплицировать и не передавать лишние данные, увеличивать скорость канала. Второе, работаем с функцией Quality of Service, качество обслуживания. SHA-IP-трафик можно в любую сторону, на вход, на выход, до 10 очередей с различными формами приоритизации. Третья функция, Post-Conditioning или работа с каналами связи. Пересобираем пакеты в нужной очередности, исправляем ошибки по одному из трех сценариев, либо добавляя избыточность один к одному, либо один к пяти, либо ее вообще отключаем там, где она не нужна. И четвертая функция – link bonding, то есть умеем объединять несколько каналов в единый пул и использовать их одновременно даже для одной сессии. Стоимость экономим за счет того, что Business Intent Overlay позволяет снизить трудозатраты, зато с помощью того, что система автоматически реагирует на все проблемы с каналами связи, будь то отказ, деградация качества обслуживания, увеличение, уменьшение задержек и так далее. В реальном масштабе времени выдаем всю необходимую статистику администратору, не нужно лазить, использовать third-party инструменты и так далее. Все это с помощью централизованной оркестрации. Адаптивно выпускаю в интернет нужные приложения. И дополнительно, вот здесь я не рассказал подробно, но у нас есть встроенные инструменты подключения ко всем известным облачным провайдерам. Например, система может сама, используя API Microsoft, построить IPsec-туннель до точки присутствия ближайшего Microsoft Office 365 и отправлять туда шифрованный трафик. Быстро, надежно и безопасно. На этом я заканчиваю свою часть, передаю экран сцену Ире Беловой, которая покажет на практике, как выглядит все то волшебство, про которое я вам сегодня рассказывал. Ира? Да, добрый день, коллеги. Минуточку. Скажите, пожалуйста, виден ли мой экран? Загружается. Видим, Ира? Отлично. Добрый день, коллеги, еще раз. Продолжаем теперь смотреть на SD-WAN решение уже не в теории, а на практике. На экране вы сейчас видите топологию лабораторного нашего стенда. А здесь есть несколько разбросанных по миру офисов: Сан-Франциско, Нью-Йорк и Сидней. И наша задача сегодня состоит в том, чтобы запустить новый филиал, расположенный в Лондоне.
По схеме мы можем увидеть, что в Лондоне находится сервер, во-первых, с файловой шарой, а во-вторых, с видеостримингом. Ну и чтобы, так сказать, показать и доказать, в каком состоянии сейчас у нас сеть, я продемонстрирую клиент, на котором мы сейчас находимся. Да? Ну, первый интерфейс – это виртуальный для, собственно, создания лабораторного стенда. И рабочий интерфейс, да, в 24-й подсети – это вот эта рабочая станция, находится она в Сан-Франциско. Проверим доступ к файловой шаре. У нас есть тут сохраненный ярлык на это дело. Но он, пока он грузится, чуть позже выдаст ошибку, что правда доступа у нас нет. Плюс доступ из 25-й подсети, где находится видеосервер, ну, также он нам недоступен. Что, в принципе, логично, так как сейчас у нас никакого ограниченного устройства, маршрутизатора, шлюза нет. Соответственно, исправим эту ситуацию. Все действия с SD-WAN-сетью, как то мониторинг, настройка, сбор какой-то диагностической информации, осуществляется через оркестратор. Оркестратор управляется, в свою очередь, через веб-интерфейс. Вот таким образом, как сейчас видно на экране, выглядит начальное окно, да, интерфейс для логина в оркестратор. Вводим логин-пароль и, в общем, видим нашу рабочую область. На начальном экране отображается такой базовый дашборд, где есть сводная информация о лицензиях, топологии, там, не знаю, какая-то статистика под приложением и так далее. Такая в сжатом виде и сводная информация. Главное, что нас сейчас интересует, это тот факт, что появилось сообщение о найденном устройстве Appliances Discovered. Дело в том, что когда подключается шлюз на объекте, подключается в него канал связи, который по DHCP раздает ему основные параметры, IP-адрес, маску, шлюз и DNS, Appliance, Edge Connect, платформа, о которой рассказывал Михаил, она обращается в облачный портал SilverPeak для того, чтобы зарегистрироваться на нем. То есть отправляет там данные о модели, серийном номере, ну и другие какие-то служебные данные. Затем этот клауд-портал обращается к оркестратору, который был зарегистрирован до этого. Да, это как центральная точка начала вообще настроек всей сети SD-WAN. И далее уже оркестратор аутентифицирует платформу Edge Connect, шлюз, и уже можно его добавить в нашу сеть SD-WAN и продолжать настройки. Соответственно, вот за всеми вот этими кнопочками, да, Appliances Discovered и появившейся строкой, вот лежит весь этот процесс. На экране мы видим просто, что, да, вот появился, аутентифицирован был этот новый шлюз, и мы можем его заапровить. Далее сразу предлагается обновить версию ПО на актуальную, ну, либо любую, которая понравится, есть множество различных вариантов, то есть приступить к работе можно уже с нужной вам прошивкой шлюза. В данном случае нас это не интересует, поэтому мы пропускаем этот шаг. И далее идет уже непосредственно настройка. Здесь возможны пара вариантов. Когда у нас уже были преднастроены какие-то шлюзы, можно создать так, некий темплейт, да, либо преконфигурацию, которую уже можно залить непосредственно на новый подключенный шлюз. Вот в этом поле Pre-Configuration Discovered будет различный список
созданных этих темплейтов, которые можно загрузить на новые шлюзы. Выглядеть это будет примерно вот таким образом. Этот текстовый конфиг пусть вас не пугает, это просто, ну, в общем-то, служебные вещи, все настраивается в основном через веб-интерфейс оркестратора. Это просто то, в каком виде информация спускается непосредственно на шлюз. Да, если у нас есть какие-то преконфигурации, да, мы просто выбираем нужную, нажимаем apply, и она применяется на шлюз. В данном случае у нас такой созданной преконфигурации нет, и мы, так сказать, будем с нуля все настраивать на шлюзе. Для этого есть у нас специальный визард, соответствующая кнопка внизу. Сейчас он подгрузится. Ну, все начинается с самой базовой информации, такой как хостнейм и вообще расположение этого шлюза для удобства его отображения. Ну, меняем название, обязательно задаем пароль. Эти сразу получаем предупреждение, если что, совпадает он с паролем или нет. Стало все нормально. Меняем дефолтные параметры адреса на актуальный. Можно по желанию указывать там полностью или не полностью, как вам интересно. В данном случае укажем просто Лондон, да, чтобы правильно более-менее отображалось все это на топологии. После того, как мы сразу изменили страну и город, вот информация на карте изменилась. Далее выбираем Deployment Profile. В общем-то, это вещь, от которой зависит следующий шаг – а именно сколько каналов связи и какого типа у нас будет использоваться. Есть несколько предустановленных как бы, таких профилей. В нашем случае мы выбираем, наверное, наиболее полный. У нас три канала связи разного типа. В дальнейшем можно самим задавать эти профили, переименовывать их, там, добавлять каналы связи, какие вам нужны, ну, то есть настраивать под вас. После того, как мы выбрали определенный профиль, вот в графическом виде мы как раз получаем информацию. У нас есть один локальный интерфейс. Задаем настройки для него. Вот у нас маска и IP-адрес. И также есть раздел WAN-интерфейсов. По умолчанию для каждого из WAN-интерфейса стоит опция получения адреса по DHCP. Можно оставить это в таком виде, как вам удобно, а можно задать статически, чтобы после у нас фиксированные были настройки. Что мы сделаем в этом случае? При этом не обязательно ровно в таком порядке использовать типы каналов связи. Ну, допустим, поменяем, у нас будет MPLS-ный канал. А для него нам, в общем-то, не нужны никакие фаервольные проверки, нам не нужна там серая подсеть условно. И поэтому выбираем режим межсетевого экрана, разрешить все. Указываем пропускную способность, которая у нас должна быть на этом канале связи, и Next Hop. В общем-то, аналогичные действия мы проделаем и для другого канала связи. Это у нас интернет-подключение. И так как это доступ в публичную сеть, соответственно, нам уже нужен NAT, ну и желательно включить Firewall. Поэтому меняем соответствующий параметр. Также указываем параметры для bandwidth и next hop. Ну и последний, самый такой резервный канал связи, это LTE-шный. Все у него аналогичным образом настраивается, в том числе и пропускная способность. Для чего нам нужна пропускная способность? Далее у нас есть такая кнопка, которая суммарно считает, какая нам в целом доступна полоса для всех каналов связи.
Это нам нужно для того, чтобы правильно выделить лицензии, да, подписки на наш Edge Connect. Можно указать сразу определенное значение. Тут не очень гранулярные вещи есть. Но есть такой параметр, как, например, Base или Base Plus. Это, ну, как бы такая временная первичная лицензия для проведения ZTP. Параметр плюс можно указать, если, ну, потенциально мы знаем, что у нас больше 200 мегабит в секунду будет использоваться полоса. То есть, ну, вот такое примерное значение. Далее уже можно будет изменить на конкретные значения. Вот. Также в данном случае у нас будет использоваться буст-лицензия на 10 мегабит в секунду, та самая оптимизация, о которой рассказывал Михаил. Если вам не нужно на этом объекте, соответственно, ничего не заполняет. Тут все как бы по желанию, исходя из потребностей. Идем далее. И тут... Равно как в обычном маршрутизаторе для каких-то служебных целей можно настроить лоббэк-интерфейс. Вот, в данном случае для демо нам это не требуется, мы пропускаем этот шаг, но в целом функционал доступен. Далее у нас можно задать маршруты и подсети, которые мы можем анонсировать, причем, ну, в локальную сеть, либо в нашу оверлейную сеть. Отмечаем соответствующую галочку, чтобы мы автоматически распространяли локальные подсети, и добавляем подсеть, которая у нас используется в данном филиале. Как я показывала на схеме, это вот подсеть 25.0. Все остальные вещи мы, собственно, оставляем по умолчанию. На NextHop будет указываться, ну, как интерфейс данного Edge Connect. И на последнем шаге можно указать, какие именно бизнес-интент overlay будут назначены на тот или иной филиал. Можно использовать какой-то один из них, можно загрузить все из них или частично, то есть тут можно играться как вам угодно, опять-таки исходя из необходимостей и потребностей. Изначально по дефолту настроено 4 оверлея, они тут представлены в списке. В данном случае мы других никаких более не настраивали, и отмечаем, ну, что все они будут доступны на нашем новом филиале. Опять-таки, если есть какие-то дополнительные оверлеи, или если есть в них необходимость, их можно настроить. Они появятся тогда в этом пункте визарда, и их можно будет назначить на новый appliance. Ну, аналогично существуют такие темплейт-группы с базовыми настройками, типа SNMP, какие-то параметры DNS и прочее. Ну, то есть такие административные вещи. Собственно, на этом все. Мы нажимаем кнопку Apply, после чего постепенно эта информация спускается на шлюз, ну, как бы происходит деплой. Мы можем видеть здесь статус, да, что-то сразу success, что-то in progress. Но, в принципе, следить нам за этим незачем. Можем закрыть это окно. И далее можем смотреть на то, появился наш шлюз или нет в разделе «Мониторинг». Ну и суммарная такая информация, в ней есть топология. То есть карта наших объектов, где мы можем уже на данный момент видеть наши простроенные туннели и установленные объекты, да, Сидней, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Уже появился Лондон, но пока мы видим, туннели к нему не построили, не простроились. Ну, потому что вся информация, она постепенно деплоится, да, применяется на шлюз и, соответственно, простраиваются туннели. Это занимает порядка там 5-7 минут. Чтобы не тратить время, давайте, ну, больше познакомимся с интерфейсом оркестратора. Помимо вот
дашбордов, да, вообще поле разделено на основную рабочую часть, да, где вот появились новые вкладочки, то есть это пункты меню, скажем так, которые мы недавно использовали. Да, вот был изначально Discovery Appliances, где был изначально наш новый шлюз, сейчас мы его задеплоили, но он отсюда пропал. Нам это уже больше интересно, можно эту вкладку закрыть. Но всегда базовая информация, сводный дашборд. Слева находится информация, прям список обо всех appliance'ах, которые уже внедрены у вас в систему. То есть можно этот список развернуть. Вот мы видим, что Лондон еще в работе. Причем при наведении мышки на определенный appliance мы можем увидеть его, ну, информацию какую-то базовую. Ну, вот, например, Нью-Йорк более полный. Мы видим, во-первых, хостнейм, да, на какой платформе построен, выполнен данный шлюз. В нашем случае демо – это все виртуальные платформы. Ну и в целом вы свою продакшн-сеть полностью можете на виртуальных платформах построить, если это интересно. Плюс также мы видим, что Сан-Франциско у нас использует два шлюза, собранных в ячейк-кластер для большей отказоустойчивости. Далее вся, в общем-то, работа с оркестратором, да и в целом со всей вашей SD-WAN-сетью разбита на несколько основных блоков. Соответственно, мониторинг, конфигурация, техподдержка, суппорт, то есть это вся информация, которая может потребоваться для диагностики или отправки информации в техподдержку, да, там, сбор каких-то логов, информации, даже, ну, ссылки, обращения на документацию, репорты и так далее. Ну, отдельно выделена вкладка «Оркестратор», именно что касается управления, администрирования оркестратором самим. То есть там вплоть до репута, обновления, да, каких-то сертификатов, логов и так далее. Конкретно про централизованную часть. Администрирование – это вот такие центральные сервисы типа SNMP, DNS, плюс что, ну, как бы часто требуется возможность авторизованного доступа к устройствам там, через радиус, такс, ну, какие-то способы идентификации. Ну а, собственно, наблюдать за сетью можно в разделе «Мониторинг». А все настройки выполняются в разделе «Configuration». И тут обращаю внимание на то, что часто задают вопросы, да, ну, как-то сложно бывает перестроиться от привычных традиционных сетей там, с протоколами маршрутизации и вот этим всем к новому подходу SD-WAN. Но, в общем-то, здесь в настройках мы видим наши вот привычные термины, протоколы, которые мы можем настроить. Там, маршрутизация, там, OSPF, BGP, да, даже PPUE, там, что угодно. Причем, если вдруг забыли, где находится нужный пункт меню, да, либо, ну, не знаю, замылился глаз, в поле поиска можно, например, забить BGP, да, нам выдаст поиск варианты, где это может быть расположено, ну и прямо отсюда открывается варианты для настройки, вот, например, для BGP. Что из интересного, да, и непривычного, скажем так, это вот те самые оверлеи. Также находятся в разделе конфигурации, под раздел оверлей, и они называются Business Intent Overlays. Мы можем посмотреть, какие настроены на данный момент, да, весь этот список сводной информации здесь представлено. Здесь же мы можем добавить новый какой-то, назвать его и выбирать параметры, какие нам нужны под наши цели. В данном случае давайте рассмотрим, что входит в real-time overlay. В нем указывается, во-первых, топология оверлейная, которая должна использоваться для необходимых приложений. Здесь есть выбор
Mesh, Hub and Spoke, какие-то гибридные, скажем так, топологии. В общем, то, что вам нужно, выбираем. Указываются каналы связи, какие из них будут primary, да, используются в первую очередь, какие secondary, самый бэкапный, да, там, в случае там вообще полной аварии, ну, на самый крайний случай, что используют. В данном случае у нас указано, что primary канал MPLS, в качестве secondary интернет и самый бэкапный LTE. И здесь есть такой параметр, в каком случае использовать вот этот secondary или backup канал связи. Сейчас указан параметр down, но есть вариант использования metric SLA. Да, в том случае, если основной канал, ну или там потом secondary, не будет удовлетворять каким-то нашим характеристикам по потерям, задержкам, джиттеру, да, то мы переключаемся на следующий канал связи. Ну а, например, бэкапный канал используем, ну, только в том случае, что основные там не работают. Вот, самая крайняя такая ситуация, мы переходим на него. То есть с этими параметрами можно играться. Плюс мы видим, что для secondary канала у нас тут преднастроен бондинг, да, для двух интернет-каналов связи. Опять то, о чем рассказывал Михаил. Касательно параметров качества обслуживания, да, и коррекции ошибок и прочего, есть такие штуки, как Link Bonding Policy. Есть 4 предустановленные политики. Если они по каким-то причинам не удовлетворяют вас, есть возможность создать кастомную политику. Да? Появляются внизу характеристики, которые мы можем сами задать. Либо более подробно можно рассмотреть каждую из предустановленных политик. Да, там указываются параметры для FEC, да, pass conditioning и так далее. В общем, все те вещи касательно качества работы канала, по которым, например, рассказывал уже Михаил. Все это можно посмотреть, настроить как вам нужно и применить на вашей сети. Так, я вижу, Лондон вроде как у нас горит. Давайте проверим его на топологии. И вот мы видим, что он уже функционирует. Судя по дашбордам, все работает, да, по приборам все хорошо. Но давайте попробуем на практике. Мы помним, что у нас в Лондоне находится сервер файловой шары, который сейчас доступен, плюс видеостриминг. Проверяем, сейчас он загрузится, и, собственно, вот оно, видео теперь работает. То есть вот так вот быстро и просто мы настроили наш новый филиал, причем по большей части я просто рассказывала про интерфейс. Вся основная работа, в общем-то, проходила без нашего участия, быстро, просто и без проблем. На этом я заканчиваю мою демонстрацию. Спасибо вам за внимание и передаю слово следующему спикеру. Алексей Цинков. Ира, спасибо большое. Алексей. Да, коллеги, приветствую. Одну секундочку, я перехвачу экран. Так. Вы нам сегодня расскажете, покажете во всех измерениях про Wi-Fi. Да, коллеги, значит, у нас, надеюсь, экранчик мой стал видно. Видно. Да, у нас с вами такая сегодня программа будет касательно этого слота третьего про Wi-Fi последнего. Я сначала расскажу небольшую часть, вводную теорию про то, чем мы сейчас занимаемся, что вообще происходит с Wi-Fi на сегодняшний день, что у нас есть, что заказчики могут использовать. После чего Игорь расскажет про реализацию проектов, которыми мы занимаемся. И потом я опять вернусь к вам, перейду из этой замечательной тихой виртуальной комнатки в более шумное и людное помещение, которое является частью нашего хай-тек-центра, где наживую, аппаратно покажу, как все это функционирует, и даже начнем с вами все это вместе весело разламывать и смотреть, какая будет реакция у вас, меня, моих клиентов, нашей инфраструктуры и так далее.
Так что самое интересное, ставим такой вот дестрой на сладкое. А сейчас я коротко хочу пробежаться по тому, что вообще происходит в Wi-Fi. Может быть, среди нас тут множество экспертов, которые знают какие-то вещи, да, может быть, какие-то есть люди, которые еще там либо в первый раз с нами, либо просто не глубоко погружены в то, что происходит в мире Wi-Fi на сегодняшний день. Ну, в общем, начнем. Самая такая, наверное, важная часть – это какие-то такие важнейшие столпы, то, на что мы делаем акцент, то, на что мы обращаем свое внимание при разработке наших решений. И это вот такие, наверное, самые важные четыре столпа, а именно вот надежность, пользовательский опыт, простота обслуживания и наивысший уровень безопасности. Это такие четыре вот самые важные вещи, которые мы обращаем внимание при разработке наших решений. Я их прям очень быстренько прокомментирую, чтобы понимать, о чем идет речь. Надежность имеется в виду такая очень простая вещь. Если вдруг что-то где-то когда-то сломалось, выключилось, ребутнулось, отвалилось, упало и так далее, вот об этом должен знать только администратор. Может быть, его начальник, если не быстро не подняли. Но последние, как бы, конечные пользователи, клиенты и прочие вообще об этом знать, догадываться не должны. Из этого, на самом деле, напрямую вытекает и пользовательский опыт, да? То есть клиентам должно быть просто настолько комфортно пользоваться каким-либо сервисом, какой-либо технологией, чтобы они в этом даже не думали, что они этим пользуются, да? Ну, как дышать, чтобы вот не как в анекдоте про бороду, да, вы там наверх или вниз кладете, а вот чтобы вот, когда стал ноутбук, открыл, и он работает. У тебя даже голова не включается, что надо что-то сделать, нажать, идти, пойти, сесть туда, вот это вот все быть просто, ну, недопустимо в сегодняшний день. Разумеется, какие-то технические вещи, типа простота обслуживания, гибкость внедрения, автоматизация, за этим тоже кроется очень простая история. Неважно от того, сегодня у тебя какой размер твоей сети, это может быть там 3 точки, да, например, а завтра у тебя их будет 1000, а послезавтра у тебя их будет 3000. Независимо от того, вот как вы растете там и меняетесь, вы можете использовать это оборудование, вы можете развивать свою сеть и не делать там rip and replace, да, не выбрасывать это все, а эксплуатировать дальше, просто наращивать инфраструктуру. Ну и, разумеется, безопасность сети – это как бы вещь, которую просто нельзя откуда-то там выбрасывать, забыть, выкинуть, да, то есть мы знаем, что ты настолько защищен, насколько там защищен твой самый слабый участок сети, да, там твой частый элемент этой твоей цепочки. Поэтому Wi-Fi – это также одна из вещей, которые, наверное, наивысшие критерии там безопасности предъявляются, ну, просто потому что ты можешь подключиться, в общем-то, да, просто находясь в зоне точки доступа, и раньше бытовало мнение о том, что это как-то так несекурно, вот, а на самом деле сейчас это достаточно серьезная вещь, то есть внимание к безопасности Wi-Fi сейчас уделяют намного больше, чем к безопасности, например, той же там коммутаторов и так далее, Ethernet каких-то проводов, ну, Ethernet интерфейсов. Ну, перейдем непосредственно к тому, что сейчас происходит. Как уже показывали этот слайдик сегодня, да, коротко еще раз напомню, что прям недавно вышел, буквально на прошлой неделе, 16-й год подряд мы занимаем квадрант лидеров, в том числе по беспроводным сетям. То есть индустрия, аналитики, они с нами солидарны вот в тех фокусных каких-то моментах, да, которые мы обращаем наше внимание и на что смотрим, реализуя наши решения. Пару слов о том, что вообще происходит в стандартизации Wi-Fi, да, в решениях за последние годы. На экране страшный график, наверное, самый страшный, который есть у меня в этой презентации. Он показывает очень простую вещь. Он показывает то, что от количества клиентов, которые садятся на точку доступа, ну, на радиоинтерфейс точки доступа, просто подключаясь к ней, даже ничего не передавая, не смотря там никакие YouTube и прочее, просто подключились и лежат на столе. Вот чем больше у нас таких клиентов, тем больше эфирного времени они будут отъедать просто так сами по себе на передачу всяких контрольных пакетиков. А это означает, что эфира для передачи полезных нам данных остается все меньше и меньше. Соответственно, когда мы сажаем порядка 100 клиентов на радиоинтерфейс, мы можем половину пропускной способности потерять на вот эту глупую передачу неполезной для нас с вами информации. Да, это по факту общение контрольными пакетами между точкой доступа и клиентскими устройствами. Вот этот ужас называется contention premium, что, в общем-то, вызывает уменьшение эффективной пропускной способности в связи с увеличением числа станций, да, клиентов Wi-Fi устройств на самом деле. Вот это такая самая, наверное, страшная проблема, с которой, в общем-то, последний год борется, ну, Wi-Fi, как бы вся индустрия, скажем так, беспроводная. Очень такой интересный рывок произошел в этом, ну, как бы изменение, да, отношения к этой проблеме, оно произошло в момент появления Wi-Fi 6, а еще конкретнее в переход к технологии OFDMA,
которая пришла к нам от сотовых сетей, то есть от всяких LTE, VMAX, вот этой вот истории. Она говорит одну очень интересную вещь. Если раньше в OFDM, который был у нас до Wi-Fi 6, мы с вами брали канал и делили его между пользователями по времени. То есть у нас вот эти вот различные столбики, это вот внизу юзер 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть у нас был канал, точка доступа на нем светила, и сначала говорил пользователь 1, потом 2, потом еще какой-то, они делали это вот по очереди. Собственно, от этого и возникал тот самый страшный contention premium. Ты ждешь очереди передать свои данные или их получить. Да? Вот, то есть ты стоишь в очереди натурально, чтобы принять или передать, или получить, принять или передать информацию. Что предлагает Wi-Fi 6 с этой вот технологией OFDMA? Он говорит, мы возьмем вот этот замечательный наш каналчик и распилим его на маленькие-маленькие подканальчики, на так называемые поднесущие, subcarrier. А дальше мы из них слепим такие наборы подканальчиков, которые и будем выдавать клиентам для приема передачи данных. Вот эти вот слепленные подканальчики в необходимом для клиента объеме и называются ресурс-юниты. Да? То есть мы раньше с вами рек-юнитами оперировали, RU, а теперь еще и ресурс-юнитами, когда говорим про Wi-Fi. Ну, соответственно, вот эти вот ровные красивые полосочки превращаются в такую вот страшную матрицу, когда мы уже можем нескольких клиентов пустить одновременно в эфир, но, разумеется, там указав кому по необходимости разную полосу пропускания, ну, разные частоты, да, скажем так, разные подчастоты, выделенные им для приема передачи их данных. Соответственно, это, ну, позволяет большее число клиентов пустить одновременно в сеть, но, разумеется, мы понимаем, что это займет, ну, минус ее то, что мы чуть меньшую полосу пропускания будем им выдавать. Но для множества клиентов, которым там, для там, телефонов, например, для VoIP-связи, для Wi-Fi коллинга, это вот очень важная вещь. И вообще статистически у нас получается такая информация, что порядка 70-80% пакетов, которые ходят в беспроводных сетях, они очень маленькие, и поэтому для них это вот очень-очень крутая вещь. Но на Wi-Fi 6 как бы мир не остановился, и мы уже идем дальше. Сейчас уже есть решение по стандартизации, по использованию технологии, которая называется Wi-Fi 6E, ну или E, да, в российском, скажем так, языке. Что это такое? Это, как ни странно, появление для Wi-Fi 6 диапазона 6 ГГц. То есть сам Wi-Fi 6 не подразумевает 6 ГГц, а Wi-Fi 6E его подразумевает. А что это такое получается? У нас вот на экране сейчас изображены канальчики. У нас было там три канальчика по 20 МГц, 2,4, ну, не пересекающихся, а сильно больше каналов 5 ГГц. А теперь в 6 ГГц мы получаем с вами количество каналов новых, ну, то есть диапазон каналов, которые можем использовать, диапазон частот, он больше, чем вообще был раньше в Wi-Fi, хоть вот за все время его существования. То есть в реальности на лицензируемый спектр, который можно было бы использовать, он увеличивается больше, чем в два раза. Мы с вами получаем 7 широких каналов. Что такое широких каналов? 7 160-мегагерцовых каналов, да, которые раньше номинально они поддерживались, их можно было использовать. Но в реальности в ни одной сети, как бы, ну, ни одной такой используемой, нагруженной сети, где множество клиентов, их, ну, нельзя было использовать, потому что не остается... Ну, ты можешь поставить одну точку доступа, две там, да, которые будут в этом формате работать, и все, и ты тут приехал. А сейчас уже становится много каналов, и, в общем-то, сети можно будет строить даже на таких широких-широких каналах. Ну, и самая моя, наверное, любовь – это то, что 6 ГГц – это так называемый greenfield. Что это такое? В Wi-Fi всегда были требования обратной совместимости, то есть ты должен пускать в свою сеть, ну, или быть способен пустить в свою сеть даже самый-самый старый стандарт Wi-Fi, там, B, G, N, вот это вот все. А их после таких клиентов нет в 6-герцовом диапазоне, да? Значит, и нет необходимости тащить с собой все эти вот хвосты по совместимости. Аналитики тоже все это уже оценивают, о том, насколько популярной будет эта технология. Мы тут видим, что уже в следующем году 20% клиентов будут поддерживать Wi-Fi 6E уже в следующем 2022 году. Какая есть, как бы, сложность на текущий момент с появлением этих клиентов и в его распространении? Не везде в мире сейчас разрешен Wi-Fi 6E, и на текущий момент мы одна из тех стран, где решение РЧЦ о разрешении этого диапазона все еще не принято. Поэтому мы ждем пока. Мы сейчас на данный момент не можем эксплуатировать оборудование, работающее в этом стандарте Wi-Fi 6E. Однако мы уже выпустили оборудование. У нас уже есть точки доступа, которые способны работать одновременно в диапазонах 2, 4, 5 и 6 ГГц. То есть трехдиапазонные точки доступа. Но ждем
решения RCC, да, и тогда мы сможем, собственно, ввозить их и использовать их в стране. Поэтому сейчас просто на них смотрим и подготавливаем все, в общем-то, возможные нормативные документы и так далее для их будущего использования. Ну, теперь переходим непосредственно к решениям, да, как вообще строятся сейчас Wi-Fi-ные сети, что мы для этого делали, делаем и, в общем-то, продолжаем делать. Немножко так исторически как складывалось. У нас были автономные точки доступа, это первые такие решения, которые появлялись на рынке, очень быстро пришли к тому, что этим, ну, сложно оперировать. Когда у тебя точки больше, чем 2-3, ну, невозможно. Очень быстро появились контроллеры. И вот тут, ну, как бы с этим мы все привыкшие, любой человек, там, знакомый с корпоративным Wi-Fi, он сейчас знает о том, что есть точки доступа, есть контроллеры. И вот тут Aruba сделал такую, скажем так, развилку. Первая идея, которая пришла нам в голову, которая давно уже там используется и эксплуатируется, это взять этот контроллер и виртуализовать его прямо на мощностях точек доступа. То есть сделать точку доступа, которая будет разворачивать виртуальный контроллер сама на себе и управлять остальными точками доступа. Казалось бы, очень простой сценарий, да, очень удобный для использования. То есть у нас есть точка доступа, это обычная одна из точек доступа, которую мы используем и которую продаем, не какая-то особенная. Мы ее включаем, и если она не находит никакого контроллера, который возьмет у нее управление, вы на нее заходите сами, руками находите прямо на веб-интерфейс, застраиваете там каналы мощности, приложения, SSID, аутентификацию, порталы, маршруты, все, что вы там захотите, и она начинает работать. А дальше вы включаете другие точки доступа в вашей же сети, они уже обнаруживают эту точку доступа, этот виртуальный контроллер на ней развернутый, и, собственно, подключаются под его управление, получаем автоматическую кластеризацию и отказоустойчивость вот этих точек доступа нашей Wi-Fi инфраструктуры. На текущий момент рекомендуемый размер такой сети – это порядка 100 точек доступа, оттестированным является результат 128 точек доступа, и 2000 пользователей. Еще раз повторюсь, на текущий момент мы сейчас активно работаем над тем, чтобы перешагнуть, скажем так, порог. И надеюсь, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, я уже расскажу о следующих шагах, да, вот в этом решении. Соответственно, как я сказал, на любой точке доступа из современных эту штуку можно будет развернуть, использовать. Все точки доступа 500-й серии – это Wi-Fi 6 серия, 300-й – это предыдущего поколения Wi-Fi 5. Мы их потихонечку сейчас пытаемся выводить из эксплуатации, предоставляя предпочтение современным Wi-Fi 6 точкам доступа. Разумеется, можно выбрать все возможные там и уличные, и защищенные, и очень защищенные там для взрывоустойчивых, для каких-нибудь шахт и так далее, со внешними встроенными антеннами, со свечевыми модулями. Любое безобразие можно будет подобрать под любую задачу, как бы приходите с любыми задачами по обеспечению беспроводной сети. Как я говорил, на этапе появления контроллеров, да, произошла такая некоторая развилочка, потому что вот этот путь один, он был понятен, да, сделать виртуализованный контроллер прямо в точке доступа. Удобно, классно, но ввиду ограничения производительности самих точек доступа, да, мы получаем некие ограничения в масштабах. Ну, то есть на сегодняшний день 100 точек доступа – это не то чтобы грандиозная сеть. Это просто какой-то такой офис, может быть, даже филиал для некоторых компаний. Соответственно, для того, чтобы обеспечивать работу более серьезных площадок, более нагруженных по людям, по точкам, по еще чему-нибудь, мы используем все еще аппараты или виртуальные внешние контроллеры. Однако тут мы тоже уже в 2016 году пришли к мысли, что использовать одного контроллера вот в этой сети, оно ограничивает нас в возможностях развития технологий, вообще индустрии, и не дает нам делать все те волшебные штуки, которые мы хотим. В связи с чем у нас в 2016 году появилась новая сущность, которая является оркестратором работы уже внешних контроллеров. То есть вот, забываем сейчас про ту историю с встроенными в точку доступа, да, а говорим про контроллеры, которые не включаются в нее, а они внешние, это аппаратные или виртуальные, и оркестратор, который работает над ними, организуя их одновременную синхронную работу. Этот оркестратор называется Mobility Conductor. У него раньше было предыдущее название, называлось Mobility Master, поэтому еще может встречаться и то, но на текущий момент это Mobility Conductor. Что он, собственно, позволяет делать? Моя самая, наверное, такая важная, любимая вещь, которую он приносит в сеть, это то, что когда ваши контроллеры работают под его управлением, они могут быть кластеризованы. К ним можно относиться, ну, знаете, как к линейным картам в шассийном коммутаторе там, или к стеку, что-нибудь такое. То есть это устройства, которые для точек доступа, для клиентов представляют такой просто пул ресурсов. Да? Мы, в общем-то, не заморачиваемся там, большим выбором того или иного. У нас они, по большому счету, равноценны. Точки доступа могут строить свои туннели, свои контрольные пакеты, обменивать с любым из этих контроллеров.
И более того, для каждой точки доступа и для каждого клиента назначается свой личный контроллер в этом кластере. То есть не тот, с которым работает точка доступа, на которой вы сидите, а свой, любой личный для вас контроллер. Ну, на самом деле, не только основной, но и резервный вам выбирается на всякий случай, который будет активным для кого-нибудь. Ну, например, вот на этом ноутбуке вот этот активный контроллер выбрался, а какой-нибудь есть, не знаю, вот этот, например, резервный, который является активным для вот этого, ну, телефона, ну и так далее. Да? Получается такая связочка из клиентов и контроллеров. А что это позволяет принести в сеть? В первую очередь, это позволяет принести классный бесшовный роуминг, независимо от масштабов вашей сети, потому что у вас нет ситуации, когда вы должны будете сроумиться с контроллера на контроллер, просто потому что точка доступа, с которой вы сейчас подошли, работает с другим контроллером. То есть вы остаетесь на своем контроллере, ваша сессия хранится на нем всегда, да, то есть пока с ним что-то не произойдет, страшная типа аварии. И даже если происходит что-то страшное, типа аварии, благодаря кластеру мы можем обеспечить безобрывность сессии клиентов. Ну, то есть перекатиться на другой контроллер, не теряя связность, не отваливаясь, не теряя свои сессии и продолжать работать, как ни в чем не бывало. То есть для клиента это практически незаметно. Ну и, разумеется, здесь происходит балансировка как клиентов, так и точек доступа в рамках этого кластера. То есть вы можете просто горизонтально буквально наращивать или, наоборот, уменьшать количество контроллеров, обслуживающих вашу инфраструктуру. Особенно легко это делается с виртуальными контроллерами. Мы даже обновить всю инфраструктуру, софт на точках доступа, контроллерах, оркестраторе можем без даунтайма и остановки обслуживания, остановки сервиса. Вот это классная штука, за которую любят любое производство, в общем-то, борется, да, которое там есть какая-то связь с беспроводными системами, для которых критичное убивание тех окон, они это очень любят. И на самом деле, такой пятый элемент, это далеко не все, что тут есть, но такие, наверное, основные вещи, которые я хотел бы сегодня назвать. Пятый элемент – это технология, которая называется AirMatch. Это технология, которая занимается постоянным контролем работы радио, его оценкой, выделением, как бы выбором каналов, мощностей, ширин каналов для клиента и обеспечением контроля, что у вас нет никаких зон, где какая-то связность сейчас недостаточна. То есть они проверяют, как точки доступа клиента слышат друг друга, как точки доступа слышат друг друга, всю вот эту историю. И даже в момент обновления, переключения, аварии и прочего, она занимается тем, что обеспечивает работоспособность таким образом, чтобы у вас никогда не появилось какие-либо там блэк-холлы или зоны с недостаточным покрытием. Да? То есть они разбивают точки доступа, радиоинтерфейсы на чанклеты и контролируют, чтобы всегда было покрытие для клиентов в любой зоне. Соответственно, такой прям примерчик. У вас есть архитектура, есть мобильный кондуктор, в данном случае он виртуальный, он может быть аппаратным, не принципиально. Есть кластера виртуальных контроллеров, кластера аппаратных контроллеров и точки доступа, работающих с ними. Точка доступа работала с контроллером, мы его взяли и вырубили, не знаю, сломали сервак, отключили от сети, еще что-нибудь. С точки доступа нет никакой большой разницы, потому что, как я сказал, у него есть как основной, так и резервный контроллер, с которым она будет работать, который знает о ней все, хранит информацию о ней. И она спокойно начинает продолжать работать со вторым контроллером в этом кластере, выбирая себе новый резервный. Это происходит, в общем-то, прозрачно, незаметно, и мы сегодня это все с вами посмотрим на практике. Такая же история и с точки доступа. Когда у нас происходит проблема с точкой доступа, клиенту достаточно быть в зоне точки доступа любой другой, который работает с этим же кластером. Как только это удовлетворяется, клиент продолжает работать на ней без реаутентификации, без переподключения. Это похоже на такой более грубый роуминг, чем обычно. Вот и все. Как я говорил, тот самый AirMatch позволяет, помимо обеспечения вот отказа устойчивости с точки зрения радио, он контролирует работу каналов и мощностей и ширин каналов на точках доступа, которые разрешены для подключения клиентов. Это важно, потому что сейчас точек доступа становится все больше и больше, потому что скорости, которые мы хотим получать, они постоянно растут. И это вот прям пример сошедшегося уже этого AirMatch. Почему я говорю сошедшегося? Это технология использует технологии машин-лернинга, изучая, как работает радиоэфир на вашей площадке, и держит окно данных о радиоэфире шириной в месяц, в 30 дней. Постоянно занимаясь оптимизацией и понимая, где у вас там какие помехи могут быть, где какие проблемы, где какие клиенты и так далее. И когда эта сеть уже сошлась, она изучила, как это все работает и приняла все корректные решения, мы видим, что в сети, где больше 3000 радиоинтерфейсов, интерференцию больше 10% видит всего 14 радиоинтерфейсов. Больше 3000 вообще не видит никаких помех, по большому счету. И если мы посмотрим по каналам, то у нас практически равномерно распределена нагрузка по каналам на 2,4, 5 ГГц. Чем равномернее эта нагрузка распределена, вот эти канальчики по точкам разбросаны, тем больше пропускную способность мы можем обеспечивать для наших конечных клиентов. Собственно,
даже на этом RMH не останавливается. Он занимается тем, что настраивает предпочтение точек доступа по клиентам, которые будут с ними работать. Это опять-таки важно в ситуации, когда сейчас появляется Wi-Fi 6, а у вас еще, например, не Wi-Fi 6 есть точки доступа или клиенты хотя бы еще есть. Смотрите, у вас на экранчике изображение, где зелененькие High Efficient – это Wi-Fi 6 клиенты, и синенькие – это, соответственно, все не Wi-Fi 6 клиенты. И есть различные точки доступа. 500-я серия, которая Wi-Fi 6, и 300-я, которая не Wi-Fi 6. Что делает RMatch? Он изучает, как точки доступа слышат друг друга, как они слышат клиентов, строит вот эту вот большую такую бигдату радиоэфира, из которой выдает предпочтение точкам доступа, что вот эти точки доступа будут предпочитать работать с Wi-Fi 6 клиентами, эти точки доступа будут предпочитать работать с не Wi-Fi 6 клиентами, а каким-то будет все равно. Зачем это делается? Делается для тем, чтобы старые клиенты, которые не Wi-Fi 6, не занимали нам нашу радиосреду, наш эфир, и работали на других точках доступа. А мы, тем не менее, для новых производительных клиентов предоставляли вот этот большой хайвей, такой автобан радио, можно сказать. Однако за то, с какой точкой доступа работает клиент, отвечает сам клиент по стандарту. А клиент, ну, мало что знает о сети, он знает уровень сигнала, СНР, что-то такое, и больше его ничего не волнует. А мы-то знаем, ну, Аруба знает все о сети, она знает о том, какие где приложения ходят, кто как кого слышит, кто какие стандарты и расширения поддерживает. Все-все-все-все вот эта вот история, где какие помехи бывают, когда. Соответственно, имея всю вот эту вот большую, опять-таки, данные о работе радиоэфира, у нас есть технология, которая называется Client Match, которая уже отвечает за то, что клиент, если можно ему предоставить более лучшую точку доступа, более там, высокое качество обслуживания, то это надо предоставить. И если на клиенте сейчас нет никаких real-time сессий, если на точке доступа, на которую можно перевести достаточно радиосвободного радиоэфира, там достаточно низкая утилизация канала, там не очень много клиентов, нагрузки и так далее, то мы можем перевести клиента на эту точку доступа, обеспечивая ему лучший возможный сервис, чем он получает сам себе. То есть RMatch раскрашивает точки доступа по предпочтениям, а ClientMatch перетягивает туда клиентов. Таким образом, у нас современные клиенты получают высокую пропускную способность, максимально высокую, какая им вообще могла бы быть доступна, а всяких клиентов, которые могли бы мешать, мы их оттуда оттягиваем с этих точек доступа. Тем не менее, убеждаясь, что мы обеспечиваем достаточный уровень сервиса для их работы. И продолжение этих двух технологий есть технология, которая называется AirSlice. Это дальнейшее расширение работы уже. То есть мы сначала работали с точками, потом с клиентами, а теперь мы работаем непосредственно с приложением. Каждый контроллер – это такой самый настоящий межсетевой экран, Stateful Firewall, с DPI, вот со всеми этими вещами по обеспечению разбора приложений и применению к ним политик. Соответственно, мы можем разбирать приложения, которые используют у нас клиенты, и не только там разрешать или запрещать их, да, или там как-то приоритизировать, а непосредственно на уровне радио контролировать, достаточно ли они получают сейчас эфирного времени для работы этих приложений на этом клиенте. И если мы говорим, что это должно работать обязательно у нас, неважно как, вот за любую стоимость, ну, в смысле, за любую стоимость с точки зрения использования радиоэфира. То есть вот пусть все ляжет и все не будет работать, но вот, не знаю, Zoom сейчас у меня, например, должен работать, да, вот независимо от того, какие тут проблемы будут с инфраструктурой. Мы это указываем. И это будет проверяться, ну, система будет постоянно проверять работоспособность. Работает ли у меня сейчас Zoom на моем клиенте, могу ли я им сейчас пользоваться. И если не могу, то, соответственно, приоритизировать эти приложения, давать мне больше эфирного времени, даже если придется отнимать его у каких-то других менее важных приложений. Более того, в отличие от традиционных технологий, которые использовались в Wi-Fi, например, VMM и прочие, которые являются стандартом, мы можем разграничивать даже приложения одного порядка. Ну, то есть, если у вас есть приложение, не знаю, там, Zoom, Skype, WebEx и еще что-нибудь, это все может быть как там, все это voice, все это видео, там, туда же можно Skype отнести, Teams, еще что-нибудь. Однако всегда для вас, как компании, есть вещи, которые важны для вас конкретно. То есть, например, не всегда Skype какой-нибудь равноценен Zoom, например, вот для меня сейчас, да, для моей компании вот Zoom – это очень важная вещь, потому что ты не хочешь, чтобы я сейчас отвалился. Соответственно, вот эти вещи мы указываем, несмотря на то, что они все, даже если мы будем использовать VMM, получат маркировку там видео, для меня именно Zoom будет приоритетом, и именно он будет работать, даже если придется отжимать эфирное время у других приложений. Как я сказал, так как это межсетевой экран полноценный, мы можем не только с приложениями работать, и не только на радио, да, мы можем оперировать, ну, любой клиент в сети Aruba, он оперирует таким атрибутом, который называется роль. То есть мы, попадая в сеть, получаем, назначаем клиенту роль,
к которой уже привязываются все возможные политики, в том числе и политики доступа. И, разумеется, мы все там приложения, аксесс-листы, виланы, вот эти вот вещи можем привязывать к этой роли, ну, то есть запустить сотрудников в одну, там, не знаю, в один вилан, принять вот такие-то аксесс-листы, там, всяческие замки в другую, IoT-устройство, камеры там в третью, ну и так далее. И дальше мы можем сами использовать не только правила работы аксесс-листов, там, приложений и прочего, мы можем настраивать правила работы, взаимодействия между этими ролями. Ну, то есть сотрудники, имеющие роль сотрудник, клиент, имеющий роль employee-сотрудник, могут работать с другими устройствами работы, имеющие роль сам сотрудник, и, например, вот, подключаться к всем возможным там, экранам, телевизорам и вещающим устройствам. Но не могут подключаться, например, к замкам, камерам и прочим. Вот туда трафик будет запрещен. В таком сценарии нам нет необходимости, по большому счету, следить за там, IP-адресом, сегментации и прочее. Вся сегментация именно логическая, она происходит вот на уровне этих ролей. То есть любой клиент, он видит только то, что мы ему разрешим. Да? То есть по факту можно представить, что каждый клиент упирается сразу в фаервол, да, попадая в вашу сеть, только подключился к сети. Соответственно, самый классный такой, ну, частый сценарий сейчас – это использование SSID гостевой, SSID корпоративный. А дальше мы уже распихиваем клиентов по ролям на основании того, что это за устройство, что это за сотрудник, там, используя группы, ВАД, маки, там, еще что-нибудь, всевозможные фингерпринтинг, профилирование, распознавание устройств, миллионы вариантов. Делаем роли, для, применяем роли, к роли уже привязываем все возможные политики. И дальше они у нас, соответственно, получают доступ в сеть, тот, который мы им заготовили. На самом деле, эта технология работает не только на Wi-Fi, мы можем ее же использовать и для проводной сети, то есть мы можем роли растаскивать и туда, и соблюдать их работоспособность, да? То есть сотрудник, подключенный в Switch, и сотрудник, подключенный по Wi-Fi, могут работать друг с другом, а могут, ну, там, мы можем это заблокировать, можем разрешить, так же, как и аксесс-листы, подсети, приложения, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Порталы, даже репутационные базы. Все вещи, которые я сегодня вам рассказываю, я хочу показать в ближайшее время через, ну, на практике, да? Ну и заканчивая наш с вами разговор, хочу еще одну вещь упомянуть о том, что количество устройств, которые мы подключаем сейчас в сеть, оно, ну, оно всегда росло, а сейчас мы опять на самом деле переходим на такой большой-большой всплеск. То есть разница, когда у нас были рабочие станции, а потом появились мобильные устройства, был такой небольшой бум, потом появились облака, бум стал побольше, а сейчас появление устройства IoT в сети, оно число устройств, ну, просто там экспоненциально увеличивает. Что сейчас здесь делаем мы в этой сфере? Наши точки доступа сейчас представляют собой не только Wi-Fi-ные устройства, но и полноценные IoT-шлюзы, имеющие на себе, помимо Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee 802.15.4 радиоинтерфейсы. И даже если есть технология IoT, там, вендор, который использует какие-то нестандартные расширения или радиоинтерфейсы, даже такие решения могут быть подключены с использованием USB-порта и установкой туда дополнительного свистка. Ну, модемчика этого, да? Ну, не модема, радиоинтерфейсы USB-шные. Зачем это делается? Зачем это нужно в точках доступа? Это делается для того, чтобы не было необходимости протягивать отдельную инфраструктуру для IoT-устройств, ставить отдельные шлюзы, отдельную транспортную сеть для этих сенсоров, датчиков и прочего строить. У тебя уже есть Wi-Fi, который может сделать это все и передать информацию, в том числе с этих сенсоров, этих датчиков и так далее. Я несколько примеров расскажу. Самый популярный из таких, наверное, Wi-Fi IoT-устройств – это компания Zebra, которая является нашим технологическим партнером. У них огромное количество всевозможных устройств. Я думаю, все их знают, все представляют, чем они занимаются, какие устройства они производят. Из более таких экзотичных, которые сейчас появляются на рынке, технологии, которые называются Assobloy, компания, которая называется Assobloy, производит, например, умные замки, которые могут быть открыты, закрыты, ну, с помощью системы, определенной своей системы управления. И для того, чтобы эти сенсоры, эти замочки работали, они просто должны находиться, ну, в общем-то, в зоне покрытия от наших точек доступа, которые обладают необходимыми Zigbee-интерфейсами для их работы. А дальше данные с этих сенсоров, они через Zigbee дают до точки доступа, точка доступа их инкапсулирует и отправит их уже по Ethernet-сети в систему, собственно, управления уже этими датчиками, продукт уже, ну, сетевой, да, по IP-адресации в сервера работы Assobloy. Таким же примером может служить компания Notion, которая выпускает оборудование для умных офисов, умных отелей и так далее. То есть это управление температурой, это светом, окнами, датчиками присутствия, включением-выключением электричества и так далее.
Тут из интересных вещей, например, их вот эти вот переключатели, да, которым даже питание подводить не нужно, они просто висят на стене, и человек, когда нажимает на переключатель, вырабатывает достаточное электричество, чтобы этот сенсор отправил в эфир информацию о том, что его нажали. Соответственно, мы подхватываем эту информацию нашими точками доступа, передаем ее в систему управления уже непосредственно in Notion, и она дергает там свет, включает, выключает электричество, температуру, ну и так далее. Ну и последний такой примерчик – это скудовские карточки, которые мы прикладываем, чтобы куда-нибудь проходить. Сейчас даже они выпускаются с блютусными метками, BLE-меточками, которые позволяют контролировать местонахождение пользователя не только, вот, что он эту дверку прошел, а натурально, где он находится на территории помещения, да, то есть как он перемещается, что он делает, где он был. Отслеживать это тоже с помощью просто блютусных интерфейсов, установленных в точках доступа, которые уже развернуты на вашей инфраструктуре, да, то есть на вашей территории. Коллеги, на этом теоретическую часть я заканчиваю. С вами я очень скоро увижусь на демо, которое я сейчас пойду подготавливать. А сейчас приглашаю Игоря Грищенко, который расскажет о наших текущих проектах, которые мы реализовываем, реализовывали и будем реализовывать. Я пока отключаюсь. Большое спасибо. До встречи. Коллеги, добрый день. Добрый день. Дайте, пожалуйста, обратную связь, что меня видно, слышно хорошо. Игорь, на презентацию. Все хорошо. Презентацию видно? Хорошо. Всем добрый день. Рад вас приветствовать на этой зимней сессии. Ну и сейчас мы отвлечемся немножко на практическую часть. Рассмотрим пример применения оборудования Aruba на одном из объектов, который носит характер объектов так называемой высокой плотности. Ну, высокая плотность, где мы можем видеть большое скопление людей, сами, наверное, представляете, да, это могут быть большие шопинг-моллы, магазины, аэропорта, какие-то спортивные сооружения, конференц-залы и так далее. Мы разработали и внедрили проект на одном из спортивных сооружений, стадионе. Стадион находится в Москве. В общем-то, это ледовая арена, является базой для одной из хоккейных команд. Перед нами стояла задача, значит, заказчики перед нами поставили задачу. Конечно же, это обеспечение покрытия на стадионе вместимостью 12 тысяч человек для 6 тысяч активных пользователей. Обеспечение скорости работы клиента в диапазоне 5 ГГц, не менее мегабита, выбор количества типа и размещения точек для эффективного покрытия и предоставления гарантированного сервиса с роумингом, обеспечение минимальной интерференции и, конечно же, соблюдение SLA, который я обозначил, в общем-то, во втором пункте, это мегабит на пользователя. Перед нами поставлена задача разработка и выбора моделей оборудования для проводной инфраструктуры, разработка и выбор моделей для беспроводной инфраструктуры, антивандальная защита точек доступа, ну и все типы других помещений, это служебные помещения, другие тоже также должны быть покрыты беспроводной связью. Соответственно, как мы это делали? Для начала я немножко расскажу о конструктиве, да, вот конструктиве, соответственно, арены. Конструктив состоит из нескольких объектов, то есть нескольких частей. Первая часть – это чаша стадиона. Это вот те нижние ряды кресел до третьего этажа, можно сказать, да, которые вы видите на слайде. Дальше стоят, дальше у нас находятся некие офисные помещения, кабинки на третьих-четвертых этажах. И выше еще также находится ряд сидений, порядка 7 рядов сидений. Также перед нами стояла задача покрыть в затрибунных помещений, так называемых конкурсов, технических помещениях, зоны операторов, соответственно, зоны репортеров, и так далее. Давайте посмотрим, как мы это делали. Начнем мы с чаши стадиона. Соответственно, точки в чаше стадиона мы расположили. Сейчас немножко, минутку.
точки в чаше стадиона мы расположили ну, так называемыми кольцами, опоясывающими ледовую арену. Всего у нас было три кольца. Примерно они находятся на 3, 6 и 18 уровне рядов. Практическим путем и путем радиообследования было установлено, что одна точка практически может покрывать порядка 75-100 мест. Мы брали в расчет где-то порядка 75 мест. Также перед нами стояла задача обеспечения роуминга на этом стадионе. Отсюда мы должны были выбрать соответствующие радиопараметры для соблюдения данного требования. Значит, суммарно где-то в чаше стадиона мы разместили порядка 80 точек. Точки мы выбрали серии 325 серии, но этот проект рассчитывался еще до активного появления 500 серии точек, поэтому выполнен он сейчас на 300 серии точек. Соответственно, по техническим параметрам было установлено, что точки 325 серии вполне подходят для реализации этой задачи. Ну и, конечно, перед нами стояла задача организации так называемых микросот, то есть это минимизация уровня излучения в микросоте для устранения влияния помех на одном канале. Да? Ну, те, кто занимается беспроводными сетями, хорошо знают, что деградация сервиса, так скажем, недополучение ресурсов беспроводной сети зачастую происходит из-за помех на одном канале. Соответственно, перед нами стояла задача минимизации такого рода излучений. Ну и попутно мы решали ряд других технических задач. Соответственно, в зоне в офисной зоне, где я показывал на картинке, находится на 3-4 этаже, мы применяли точки, уже стандартные индорные точки серии 315. Их рекомендуется размещать порядка 2 на одной, то есть на 2 кабинки. Давайте пойдем дальше по проекту. Перейдем сейчас, немножко поговорим о радиопараметрах, точках, кейсах. Соответственно, был взят за основу вот такой вот кейс. Кстати, разработанная, это российская разработка. Работу выполнял партнер, и партнер установил контакты с разработчиком этих кейсов. Кейс позволяет размещать точку как направление излучения как к чаше стадиона, так и вверх. Вот. В общем-то, есть возможность для маневра, для того, чтобы установить лучшее размещение. Дополнительно точка может быть также упакована в некий радиопоглощающий материал, ну, по крайней мере, цилиндром таким, для того, чтобы минимизировать там боковые излучения. Да? Но мы этого не делали и обошлись просто размещением точек в этом кейсе. Мы, в общем-то, довольно-таки сильно уменьшили мощность на 2,4 для того, чтобы минимизировать помехи на одном канале, как я сказал. То есть мы добились где-то видимости порядка минус 87 где-то примерно dBm, то есть точки видят друг друга на одном канале. Подробнее по радио, соответственно, расчеты, радиопараметры мы еще поговорим. Продолжим конструктив. И те ряды кресел, которые расположены на 5-6 этажах, порядка 7 рядов кресел, были покрыты при помощи точек, которые монтируются на так называемых кэтволках. Ну, кэтволки – это элементы сооружения. В принципе, по ним иногда можно даже ходить, чтобы выполнить какие-то технические работы на крыше здания. Да? Мы воспользовались этой возможностью, и, кстати говоря, она описана в наших best practices для монтажа точек сверху. Но здесь немножко тоже оговорюсь, что потенциально стадион
порядка 10 тысяч мест, 15 тысяч мест, может полностью покрываться сверху. Эти практики нами были выработаны на других объектах, но вообще по, так скажем, специалистами и командой Aruba, которая занимается подобного рода внедрениями. Вот. Но в данном случае мы приняли решение, что разместить часть точек все-таки под креслами, а часть точек наверху. Значит, наверху монтируется точка уже 500-й серии и с антенной, которые имеют ширину диаграмм направленности порядка 60 градусов. Вот здесь можно на слайде посмотреть более детально можно посмотреть, как точка и сама антенна крепятся именно на кэтволках. Партнер разработал варианты размещения точек и антенн. Ну и проводная инфраструктура также была обеспечена нами. То есть, по сути дела, на объекте мы имеем проводную инфраструктуру, и поверх нее работает, соответственно, беспроводная инфраструктура. Да? Соответственно, в нашем случае топологии проводной сети – это звезда, то есть есть стек коммутаторов ядра и есть ряд коммутаторов доступа. Ну, в то время еще активно считались коммутаторы вот именно этих серий, 29 и 38. 6000-я серия была еще на подходе. И, соответственно, контроллеры мы использовали 72-й серии, 7210. Контроллеры у нас соединяются в отказоустойчивый кластер. Есть и такая технология, помимо использования мобилити кондактора, предшествующие технологии – это high availability, вот, которая позволяет также организовывать отказоустойчивое подключение контроллеров. Так, ну немножко перейдем к расчету, как мы это делали. Естественно, мы это делали не просто так, не используя интернет, да. Тем более, зачем нам это делать, если у нас есть прекрасная команда, которая, ну, внутри Арубы, есть прекрасная команда, которая занимается подобного рода объектами. И они провели, в общем-то, технические испытания, провели теоретические исследования с оборудованием, построили стенды и, в общем-то, нам уже дали готовую выкладку того, как должно все это строиться. Вот. Соответственно, в своем докладе сейчас я рассказывал больше про беспроводной инфраструктурный блок, но мы, конечно же, не должны забывать то, что мы должны принимать в расчет все технические составляющие нашего проекта, да, то есть это и при, например, если у нас есть гостевая страничка, то мы должны обеспечить гостевой блок, мы должны обеспечить быстрое и, так скажем, качественное получение IP-адреса клиенту, да, то есть мы должны оценить блок, так скажем, серверов, да, соответствующую задержку, его capacity, хватит ли, в общем-то, ресурсов серверов для того, чтобы обеспечить нас, там, соответственно, IP-адресами, DNS-резолюшеном, да, насколько это все быстро работает. Соответственно, мы должны учесть блок стыка с провайдером, насколько использовать внешнюю полосу, то есть внешняя полоса пропускания. Ну и вот здесь видно на картинке ряд других блоков, которые мы также должны принять во внимание. Ну, соответственно, главная задача – это обеспечение, как я выше сказал, это обеспечение мегабита на пользователя в пятерке для 6000, можно сказать, активных пользователей. Да? То есть, несмотря на то, что на стадионе 12 тысяч мест, но активных из них является 6000, и исходим из этого. Соответственно, на основе этого мы примерно рассчитываем количество точек. Да? Но в данном случае, как мы все хорошо знаем, нужно оперировать не точками, а нужно как бы брать в расчет именно радиодиапазоны. И именно мы полагаемся на радиодиапазоны в 5 ГГц, их количество,
Соответственно, ну, грубая прикидка по количеству точек может быть проведена на основе количества ассоциированных пользователей на один радиодиапазон, в пятерке, например. Вот. И еще одна задачка – это все-таки определение суммарной пропускной способности сети и потом уже определение пропускной способности на одного клиента. Да? Соответственно, от чего это зависит? Ну, прежде всего, это зависит от количества используемых каналов. В общем-то, в первую очередь, даже мы должны определить количество используемых каналов для обеспечения данного трафика, каналов в 2 и 4, в пятерке. Вот. Ну и за основу мы брали имеющиеся у нас наработки по, так скажем, имеющиеся у нас наработки, графики, где мы в зависимости от распределения клиентов с разным количеством майма, ну, например, там один майма или два майма, да, то есть сколько их будет у нас на стадионе, там 50 на 50 или, может быть, там 75 на 25, соответственно, например, берем за основу клиентов с майма 1 на 1 и 2 на 2, например, 50 на 50, да, а потом учитываем тот факт, что часть клиентов будет у нас работать в пятерке, часть клиентов будет работать 2.4, да, тоже распределение, да, какой процент работает там в 2.4, какой процент работает в пятерке, например, 75 на 25, то есть большинство в пятерке, да, как мы полагаем. Вот, на основе этого и на основе количества пользователей на одну точку мы взяли это значение в 75, по нашим графикам мы определили примерный, так скажем, good put, то есть пропускную способность с одного канала для заданных нами скоростей. Ну, мы должны понимать, что мы хотим добиться максимальных скоростей от нашей сети, да, соответственно, точки мы располагаем ближе к друг другу, добиваемся получения MCS, так называемых 7, 8, 9. Вот здесь в табличке показана их, в общем-то, полоса. Дальше мы начинаем применять различные лимитирующие факторы к этой полосе. Да? То есть полоса, она такая здесь у нас получается теоретическая, но с учетом различных так называемых impairment factors или влияющих факторов, эта полоса у нас становится практически где-то в два раза даже меньше. Вот. Итого мы умножаем имеющиеся у нас параметры. Ну, здесь мы делали обратный, как бы, обратный поиск, сколько нам каналов нужно для обеспечения, там, скажем, мегабита. Да? Соответственно, например, берем 10 каналов, 45 Mbps на канал, как мы увидели из таблички, и, ну, скажем, с учетом различных факторов. И еще один параметр, так называемый reuse, то есть это реально переиспользование каналов, да, то есть если мы один и тот же канал можем переиспользовать, соответственно, мы добьемся большей пропускной способности, да. Это зависит от типа сооружения. Ну, например, на стадионе с открытой крышей, да, это можно реализовать, а на стадионе, где у нас там как бы крыша закрытая, мы практически, ну, может быть, теоретически мы можем это делать, да, но практически переиспользовать канал у нас как бы редко получается, поэтому мы исходим из того, что у нас один реюз идет. Вот. Итого мы получили 450 Mbps, например, на все наши каналы. Дальше, сейчас, минуту. Значит, дальше использую, опять же, наши наработки. С учетом так называемой device duty cycle мы определяем скорость на одного абонента именно для нашего помещения, да. Девайс duty cycle может быть различным. Ну, соответственно, мегабит мы получили, но для соблюдения этого мегабита для 4500 пользователей, работающих в пятерке, да, то есть у нас 6000 суммарно и 4500 только в пятерке, мы установили, что нужно как минимум 10 каналов в пятерке для того, чтобы обеспечить данное, как бы, качество обслуживания. Так, ну и немножко перейдем к настройкам, а именно к, я бы сказал, файн-тюнингу.
файн-тюнингу, которая помогает нам добиться четырех типов задач. Во-первых, это хорошее распределение клиентов по диапазонам. Мы хотим, чтобы по максимуму пятерки работал, да, например, по каналам. Конечно же, это обеспечение максимальной доступности канала, это обеспечение максимальных скоростей передачи, data rate-ов. И вот здесь вот в табличке списком видно, что нужно нам подкрутить для этого, для того, чтобы мы обеспечили это все. Ну и, конечно же, мы должны по максимуму использовать каждый наш слот, тайм-слот, да, для эффективной передачи и не гонять паразитный трафик, который не приветствуется в этой сети. Здесь, соответственно, мы тоже выполнили ряд мероприятий и настроек для этой цели. Так, ну, вкратце про конфигурирование контроллера. Значит, мы оптимизировали ARM-профайлы. Мы перешли здесь в этом случае уже на ручное управление каналами, мощностями, профилями. Это, ну, именно в этом деплойменте, в этой реализации дает нам более гранулярную, как бы, контроль над тем, что происходит. Да? Соответственно, мы и мощность понижали в 2.4 для того, чтобы у нас диаграмма покрытия были одинаковые в пятерке и в 2.4, там на 6-10 дБ. Мы и разделяли каналы, создавали три регуляторных так называемых домена, куда бы мы включали по одному каналу из 2.4 и порядка четырех каналов из пятерки. Вот, и вручную потом навешивали бы это на точке. Также мы активировали ряд параметров, ну, файн-тюнинга. Мы отрезали низкие скорости, отключали стандарт B. Ну, по сути дела, клиенты уже современные должны работать на G, да, все. То есть скорости B нам не нужны. Также мы отрезали низкие TX-рейты. Ну, во-первых, это дает работа на высоких скоростях, это дает быструю передачу наших данных, вот, потому что чем ниже скорость, тем дольше передается, соответственно, информация. Вот, и это также, в-третьих, это дает возможность контролировать размер зоны, зоны работы одной точки. Соответственно, это TX rate, это basic rate, и beacon rate, мы их устанавливали на 18-24 мегабита. Так, следующий момент, это то, что мы вручную, как я сказал, уже присваивали каналы в чаше стадиона. Ну, вот здесь вот на рисунке видно вот такие вот кольца, да, и здесь очень четко распределены каналы с учетом взаимного влияния. Вот, это картинка из наших гайдов, это не является как бы реальной картинкой, но, в принципе, по ней видно максимальное разграничение каналов друг от друга. Так, ну и немножко я расскажу о том, что на самом деле это был один проект, а этот был проект один из проектов, потому что в своей копилке мы уже имеем порядка, да, где-то 140 стадионов на базе, нашего оборудования, причем в разных концах света. Например, в UK мы полностью сделали Тоттенхэм стадион. В Соединенных Штатах Америки, например, Levi's Stadium является нашим референсным стадионом. Более того, каждый, кто попадает в нашу штаб-квартиру, имеет возможность поехать на этот стадион, ознакомиться со всеми технологиями, которые мы там использовали. Но стадион является интересным тем, что мы практически все наши технологии использовали на этом стадионе. То есть это и Wi-Fi, это и Bluetooth-метки, это и приложение, это и система мониторинга AirWave, которая мониторили всю сеть, это и система безопасности ClearPass, приложение, которое позволяет в дальнейшем монетизировать отдачу от сети. То есть, например, вы увеличиваете выручку с помощью приложения, вы увеличиваете выручку торговых точек, да, потому что с помощью него можно заказать напитки, еду и так далее. То есть вы, по сути дела, отбиваете, да, вот, грубо говоря, монетизируете ваши возвраты инвестиций. Вот, поэтому
На данный момент все. У меня еще раз хочу вам прорекламировать наши Validated Reference Design гайды. Все, кто, так скажем, озадачен вопросами разработки, файн-тюнинга, построения сетей, я категорически как бы рекомендую посмотреть наши Validated Reference Design гайды, которые даже я использовал. Вот в данном случае это High-Density VRD, состоит из теоретической части, практической части, рассмотрения реальных кейсов. Вот прочитая этот документ, вы для себя просто у вас будет готовая картинка, как настраивать, ну и правильно планировать беспроводную сеть. Вот такие VRD существуют не только по High-Density, также существуют по другим технологиям. Вот, поэтому спасибо вам за внимание, а я закончил. Спасибо, Игорь. Передаем слово в лабораторию. Алексей, вы нас... Да, коллеги, я вернулся, я перешел в более шумное, менее удобное место. Надеюсь, меня все еще видно, слышно. Я возвращаю экранчик. Игорь, я попрошу тебя камеру выключить, а Сеня, тебя попрошу включить. Да, коллеги, надеюсь, вы видите мой экран. И сейчас будете видеть еще и изображение с моей камеры, и с камеры Арсения. Значит, что я хочу вам показать. Ну, сейчас, собственно, мы с вами видим инфраструктуру в нашей лаборатории, на которой вот мы подключились на Mobility Master, Mobility Conductor, на тот самый оркестратор контроллеров, который я вам рассказывал. Мы видим, что здесь находятся различные вот эти вот иерархические группы, настроек и так далее. Нам сейчас это там надо вдаваться не хочу. Расскажу коротко на интерфейс, ну, про интерфейс сейчас. Мы видим 6 контроллеров суммарно, 3 из которых в дауне, 3 в апе. Мы можем открыть прямо карту, посмотреть, где они у нас расположены. Нас сейчас главным образом интересует вот эта пара рабочих контроллеров, которые находятся в Москве, они в хорошем состоянии. Они из себя представляют кластер. Он так называется, лабный кластер. Все очень просто. 2 контроллера, по которым равномерно разбиты точки доступа. То есть мы можем посмотреть как нагрузку по точкам, так и нагрузку по клиентам. Ну, тут совершенно смешная для них нагрузка по клиентам, поэтому мы буквально там ничего не видим, там 1-2 клиента. Ну, разумеется, устройство доступа. Это точки доступа. И на самом деле, вот здесь есть еще замечательная такая штука, есть еще и коммутатор доступа, который тоже может работать вот с этими кластерами. То, о чем я вам упоминал. Ну, то есть проводные вещи вроде как за рамкой сегодняшней сессии, поэтому сконцентрируемся на Wi-Fi. Мы видим несколько точек доступа, как Wi-Fi 6 500 серии, так и предыдущего поколения 300 серии, соответственно, Wi-Fi 5. Мы видим клиентов, которые здесь подключены. Непосредственно юзер 1, юзер 2. Это ноутбук мой и ноутбук Арсения. Как вы видите, мы принадлежим к различным группам, работающим на одной и той же точке доступа, и имеем активный и стендбайный контроллер. У нас еще есть третий клиент в этой сети. Это сенсор работы, сенсор проверки работоспособности нашей инфраструктуры. И он подключен к другой точке доступа, и для него является активным другой контроллер, а наш с Арсением контроллер является для него стендбайным. А непосредственно вот этот мой адрес 129.10, это, пардонте, это вот этот вот мой адрес. Это прямо я сейчас запущу IP-конфиг, чтобы продемонстрировать, что это буквально вот он я. 172.16.129.10. Леша, мы не видим твоей командной строки, мы видим только браузер. Да, ужасно. Секунду. Сейчас я перешарю. Это очень важно. Да, мы хотим видеть. Отменялось? Теперь видим, да. Супер, пардон. Значит, повторяю тогда еще раз вывод команды. 172.16, 129.10, тот самый мой IP-шник. У меня назначена группа 1, которая привязана там те или иные правила. Давайте, значит, прям я хочу несколько элементов показать, да, по нарастанию, скажем так, сложности, критичности и интересности. Сначала та самая ролевая политика, да. Я уже обратил внимание, что мы с Арсением обладаем различными ролями. И то, что я упоминал, то, что наши контроллеры — это межсетевые экраны полноценные с DPI, с разбором приложений. Мы можем увидеть группы приложений, хосты, использовать destination, куда кто куда обращался. Мы можем вывести всевозможные приложения, которые у нас используются во всей сети. Ну, например, мы видим, что у меня сейчас очень активно Zoom используется, как ни странно. Пардон. Всевозможные Teams и так далее. Все, что, в общем, наши с Арсением ноутбуки сейчас гонят. В том числе порталы. Непосредственно
урлы, которые у нас используются, мы можем прямо отсюда их менять, им веб-категорию, quality of service, блокировать. То же самое можем делать с приложениями, destination и так далее. Так вот, о чем я хотел с вами поговорить. Я вернусь сейчас еще раз на окошечко с клиентами. И посмотрим на адрес. То есть я им залогинен в систему под логином user1 и являюсь членом группы 1. То есть роль у меня группа 1. А Арсений — это user 2, группа 2, вот его айпишник 12. Мы уже проверяли между собой связанность, я выведу ее на экранчик, собственно. Вот я пингую через Wi-Fi Арсения, который со мной, в общем-то, в одной подсети находится, в одном билайне, в одной подсети, мы буквально за одним столом сидим на одной точке доступа, но обладаем различными группами. И сейчас между нами все прекрасно. Я теперь хочу зайти на кластер непосредственно своих контроллеров, которые вот рядом со мной стоят и меня обслуживают. На самом деле, буквально контроллеры, которые нас обслуживают, вот лежат, вот они на столе. Вот этот контроллер 1, контроллер 2 и точка доступа, на которой мы подключены. То есть мы прямо на ней сейчас этим даем сидим. Я найду свою замечательную роль группы 1, к которой сейчас привязаны очень простые правила. Сейчас я штучку беру, не мешается экран зума. Да, у меня блокируется приложение Facebook, и все остальное разрешено. Давайте начнем с маленького. Facebook. У меня даже ссылочки на него нет. Через Яндекс будем заходить. Да, открываю его по поиску в Яндексе. И пока мы, ну, он уже, очевидно, плохо работает, да, поэтому я не буду пока ждать. Мы вернемся к этому окошку, когда оно отвалится. А я покажу следующее. Я все еще пингую Арсения, и я хочу поменять какое-то правило, которое бы запретило бы мне общаться с Арсением. Ну, мы с ним сейчас поругаемся, он у меня заказчика угнал. Я захожу в политики, захожу в политику, которая относится к моей группе, группа 1, и добавляю в нее какие-то новые правила. Я добавляю в нее, например, правила контроля доступа. Это не совсем приложение, да, я хочу все запретить. Я беру юзер-роль. Группа 1 – это группа, в которой я нахожусь, в качестве сорса. И в качестве destination я беру user-роль группа 2. Это группа, в которой, ну, роль, которая назначена ноутбуку Арсений. Мне не важно, какое приложение, какой сервис, я хочу, чтобы этого всего безобразия больше не было. Мы тут можем назначить всякие временные параметры, сколько это по времени будет работать, логирование, мирроринг, блэклистинг, отключение, сканирование радиоэфира в момент работы этого приложения, очередь, приоритизация, все это безобразие. Ну, мы сейчас сделаем самый такой простой сценарий. Я просто добавлю правило, которое заблокирует мне мои юзер-роли, в юзер-роли Арсения весь трафик, сделать deny. Я сделал эти изменения. Сейчас я должен нажать вот эту замечательную кнопочку Pending Changes, которая покажет мне, какие контроллеры в моей инфраструктуре будут затронуты и что в них там добавится и изменится. Мы нажимаем Deploy, и сейчас этот оркестратор займется тем, что будет разливать на эти контроллеры, собственно, новую конфигурацию, которая на них будет, ну, приниматься. Я открою окошечко с пингами в сторону Арсения, и как мы видим, что, ну, все хорошо. То, чего мы добивались, то и произошло. Перестали работать пинги, которые я направляю в сторону ноутбука Арсения, потому что ему запретили весь трафик. Причем замечу, что мы соблюдаем... То есть это не просто access list, да, это стейтфулные правила. То есть я запретил весь трафик из моей роли в роли Арсения, а не наоборот. Поэтому, Арсений, покажи, пожалуйста, со своей стороны, отними у меня экран, что с твоей стороны сейчас это выглядит, ну, все как должно было бы выглядеть, да? То есть на Арсения мои правила никак не распространились. Он даже знать не знает о том, что я его заблокировал. Поэтому сейчас я верну обратно свой экран, и мы продолжим. Да, собственно, Facebook у нас так и не открылся. То, что у нас было заблокировано, так и не работает. Соответственно, мы эти правила, как обеспечение доступа для там, защиты какой-то информации друг от друга, от ролей, от клиентов и прочего, можем использовать и наоборот для приоритизации того или иного приложения, трафика и работы тех или иных клиентов. Это такой, наверное, первый примерчик, первый этап, который я там рассказывал. Хочу немножко с вами погрузиться в последние, наверное, слайды, которые я показывал, а именно про IoT и вообще про разные сервисы. Даже сначала начну про сервисы, там самый короткий будет разговорчик. Мы можем
демонстрировать, как разбираем приложение, мы можем со всевозможными AIR-группами работать и отображать их, так и с Unified Communication сервисами. Например, я очень люблю пользоваться Wi-Fi коллингом, да, то есть я люблю делать звонки непосредственно через сеть, да, это будет то 4G или же это Wi-Fi, если нахожусь на Wi-Fi. Здесь мы видим прям информацию о том, что клиент такой-то с таким-то MAC-адресом, с таким-то логином пользовался протоколом Wi-Fi коллинга, мой звоночек терминировался, не пусть я звонил по обычной как бы GSM-ной сети, но был подключен к Wi-Fi здесь в лаборатории, и вот у меня оператор, какой-то айпишник, принадлежащий оператору, стерминировал, на самом деле, мой звонок, и, в общем-то, он у меня работал, да, то есть я использовал не GSM, на самом деле, сеть, а просто Wi-Fi, Ethernet и прочую IP-связность обычного стандартного протокола. Теперь мы говорим с вами про IoT-устройства. Как видите, в лаборатории сейчас в разделе IoT наша инфраструктура видит порядка 180 различных устройств, они идут под разную классификацию. Мы можем видеть, какие они там используют возможности, какие RSSI, какая точка доступа, когда их видела последний раз. Мы можем по ним выгружать какую-то детальную информацию о том, что, где, когда. А зависит от того, что это за IoT-устройство, они могут передавать дополнительные данные, которые мы можем разбирать. Например, уровень батареи, мы можем выставить по нему те датчики, которые способны это передавать. Они нам это передают прямо напрямую, мы можем это разбирать, смотреть. То есть какой сейчас уровень батареи у тех или иных сенсоров, датчиков, которые являются частью нашей лаборатории. Как я говорил, мы можем данные с этих сенсоров, датчиков и IoT-устройств передавать на другие сторонние какие-то сервера на обработку. Это делается с помощью вот таких вот транспортных стримов. Мы указываем, куда мы будем гнать трафик, настраиваем прям IP-адрес сервака, в котором мы должны данные с этих устройств транслировать. И, например, у нас в качестве такой демонстрации есть в лаборатории базовый какой-то виртуальный Linux-сервер, в котором у нас стоит прямо на питоне скриптик написанный, который позволяет принимать этот поток этих данных и напрямую выводить информацию о нем. Сейчас это выглядит в таком не очень, скажем так, наверное, презентабельном формате. Это JSON-формат, да, удобный для всевозможной дальнейшей обработки, анализации и интеграции с другими системами. Но мы здесь видим устройство, какая у него классификация, модели, вендора, маки, информация о их статистике, все информации, касающиеся непосредственно бикона, который этот вот датчик-сенсор излучает, его RSSI, какое было событие, ну, прочее, прочее, прочее. От всех возможных устройств, которые мы здесь сейчас видим, эти данные постоянно потоком могут литься на этот сервак, и там уже можем его обрабатывать на, ну, в соответствии, простите, с теми или иными задачами. Ну, и теперь, наверное, самая интересная, самая веселая часть сегодняшнего вот этого моего демонстрации. Я хочу разломать все то, что мы таким тщательным образом собирали, строили и сейчас демонстрируем. Начнем мы с очень простых вещей. Я еще раз напомню, да, что я сейчас вещаю, непосредственно находясь на этой же вот сети, ну, собственно, на которой мы сейчас сидим. Да? То есть вот я беру точку доступа, я открою сейчас всех клиентиков, давайте. Я являюсь юзером 1, сижу на точке доступа вот 345.1. Если вы на камеру сейчас будет видно, обратите внимание, у меня целых аж два Ethernet-интерфейса, которые работают одновременно. Я себе лицо закрыл, не очень удобно получается. Я вот так вот сделаю. И сейчас мы начнем методично эту всю историю ломать. Я вот возьму один патчкорд и сделаю вот так. Леша, а ты пинги не запустишь нам? Давайте пинги запущу. Давайте запущу пинги. Пинги куда нам запустить? Давайте запущу вот на 8.8. Пойдет? Отлично. Вот. Замечу, что у нас тут такой интернет через миллион фаерволов и проксей, так что у нас задержки даже вот до Гугла вот такие. Ну, в общем, да, большой проблемы вы пока что не видели, но давайте выдернем еще какой-нибудь проводочек. Сейчас камеру хочу прямо, чтобы это было видно. Подвинул на место. Удобненько. Вот, все, видно, да? Выдергиваю. Коллеги, чувствуете, какой кошмар произошел? Я потерял один пинг. Тот трафик, те пакеты, которые были в воздухе, они, ну, зафризились, их необходимо было просто заретрансмитить. Вот. Все, все ок. Все, мы продолжаем работать, как продолжали работать. В том числе и Сеня, вот я тут рукой машу перед ним дальше. Сейчас вся эта инфраструктура, оркестраторы, контроллеры соберут информацию о том, что произошло, кто сломался, что там отвалилась точка доступа, что поменялась информация о клиентах, что они теперь по-другому подключены. Эта информация, что мы сейчас, вот, мы переключились на другую точку доступа, мы с вами это видим, но мы все еще в рамках того же контроллера остались.
У нас немножко стало состояние здоровья похуже, потому что как это, сеть к такому говорит о том, что произошла проблема с этими клиентами, да, то есть там были какие-то проблемы, вот мы целый пинг потеряли, было ужасно. Но мы давайте продолжим дальше ломать все то, что строили. Мы с вами видим, что сейчас мы сидим на контроллере 100, и я и Арсений. Я прекращу пинки на Арсения и начну непосредственно пинговать тот самый контроллер. Сейчас 191, 100. Да, мы пингуем непосредственно контроллер, который у нас называется HTC MC1. Собственно, восьмерочки выведешь, Леш? Еще и восьмерочки вывести. Давайте восьмерочки. Ну, да. Пусть вот так вот совсем красиво будет. Так, на камере видно HTC MC1. Видим. Оно. У него аж целый один Ethernet подключен, то есть никаких там лацпов, агрегаций и прочего безобразия не используем. И второй проводочек – это непосредственно ну, питание. Мне кажется, это самое красивое, самое яркое, интересное. Ну, на всякий случай, попрощаться могу. Шучу, не буду прощаться. Выдергиваю питание. Коллеги, вновь был страшный ужас. Мы вновь потеряли целый фрейм, целый пакетик. Но мы полностью потеряли связанность с контроллером, который нас обслуживает. Вижу. Я на него зря нажал мышкой, да? Повторюсь. Я все еще тут, надеюсь, вы все еще тут, и я, и Арсений все еще работают, все еще функционируют наши сессии. На самом деле, даже больше того, моя SSH-сессия для линуксового сервака, даже она не провалась. То есть мне даже реконнектиться никуда не надо. То есть сейчас мы, и я, и Арсений, переехали на второй контроллер. Тут сейчас произошел дроп клиентов с контроллера. Сейчас опять система должна переопросить все контроллеры, все собрать информацию о клиентах. Это потребует некоторого времени. Ну, а мы с вами сейчас... у нас контроллер поплохело. Он говорит о том, что у него как минимум 10 точек доступа от него отвалились. Ему это не очень. Все точки доступа сейчас переехали на... другой контроллер. Сейчас я выведу информацию о нем. Оп. Пошире хочу сделать. Мы все переехали на второй контроллер. И все вообще-то продолжаем работать. У нас есть 3 клиента. О них сейчас будет достаточно мало информации, потому что они ну, совершенно как бы в аварийной ситуации находится, да, у них мало информации о СНЛ и прочее, потому что контроллер, который их сообщал, отвалился. Ну, а мы видим, что у нас стендбайные контроллеры исчезли, мы все переехали на второй контроллер, и, в общем-то, продолжаем работать, как ни в чем не бывало. Значит, идея-то именно в том, что когда мы собираем такие кластера из контроллеров, мы можем их наращивать не, там, не 2, а можем делать 3, 4, 5, 6, 10, сколько нам их необходимо. Мы можем обеспечить, если мы возьмем большие производительные контроллеры, мы можем обеспечить буквально терабитную фабрику работы беспроводной сети. И она же может обеспечивать контроль работы приложений, связанности вот этих вот ролей, в том числе и с клиентами, которые являются частью проводной сети. Но это, наверное, такая история дальнейшего разговора. Поэтому, коллеги, я думаю, что на этом в замечательном, наверное, в таком моменте можно остановить эту демонстрацию. Мы немножечко зашли на территорию Q&A сессий, поэтому если остались какие-то вопросы, я думаю, сейчас было бы самое время их обсудить. Спасибо большое, Алексей. А я напомню, что у нас впереди предстоит ответы на нашу анкету. Сейчас я попрошу организаторов выложить ссылку на анкету в чатик. Так, все, спасибо, Анна. Анкета выложена, заходите в чат, переходите по ссылочке, отвечайте на все 5 вопросов правильно и ждите замечательный подарок. Я не знаю, помогут ли мне сейчас, Юля, сможешь ли ты показать, что мы подарим тем, кто внимательно нас слушал и правильно ответил на вопросы? Вот если получится, покажи. Ну, о, красота какая! Коллеги, да, не очень зимний, вот, но от того не менее ценный подарок от Aruba. Да, я все-таки обращу внимание, что мы живем в очень время с большой неопределенностью. И зимы иногда бывают такие, что этот зонтик нам пригодится. Поэтому нам важно готовиться к любой неопределенности. А у меня пока вы
заполняете анкету, есть вопросик к Алексею. Леша, вот ты показал нам, как работает отказоустойчивость на двух контроллерах. Скажи, это только на двух работает? Или можно больше использовать, или больше нельзя? Как это вообще устроено? Нет, разумеется, мы можем это делать. Отказоустойчивость, она работает в рамках одного кластера. В один кластер можно установить до 12 контроллеров, которые все будут работать вот активно, да, они все будут active-active. Соответственно, мы можем наращивать вот до этих 12 контроллеров, и нам нужно обеспечивать... то есть, это настраивается очень просто, на самом деле. Да? Мы собираем этот кластер из контроллеров, и там есть галочка, которая называется Enable Redundancy вот для вот этих вот приложений, которые мы хотим зарезервировать. Соответственно, когда мы ее включаем, у нас на контроллерах, которые являются для нас... они все активны, но они оставляют у себя место для ресурсов, свободные ресурсы для... экстренного принятия как раз-таки вот этой информации, этих новых данных, нового трафика, новых сессий с клиентов, которые к ним могут упасть. Соответственно, мы с вами должны просто рассчитывать, что у нас вы поставили два контроллера, включили тут redundancy, и мы хотим обеспечивать вот такой уровень отказоустойчивости. А с точки зрения ресурсов, емкости ресурсов, да, на самом деле у нас один, ресурсы равны емкости одного контроллера, поэтому можем ставить их 2, 3, 4, наращивать сколько нам нужно, горизонтально масштабируя и обеспечивая отказоустойчивость, имея вот контроллеры, которые являются активными для кого-то, но стендбайными для, например, меня, но они все еще хранят свободные ресурсы для того, чтобы в случае чего я там мог продолжить экстренно без каких-либо проблем. Если мы такой уровень отказоустойчивости нам не нужен, когда вот все вообще бесшовно и незаметно для клиентов, мы можем этот redundancy убирать, и тогда они все, в общем-то, могут быть нагружены по полной программе, но по факту мы тогда не получаем какой-то вообще отказоустойчивости, либо оставляем, N плюс 1, что называется, делаем, да, держим контроллер, на который мы вынуждены будем перевалиться, но он не будет заниматься постоянной синхронизацией сессий, потому что, не будет, да, иначе надо ресурсы для этого выделять. Спасибо. Соответственно, самый классный сценарий – это вот этот. Да, я сейчас кратенько отвечу, прости, что перебил. В чате коллеги обращают внимание, что у нас в анкете на второй вопрос небольшая печаточка, там два правильных ответа из трех. Коллеги, выбирайте любой, мы стараемся вам помочь всеми силами, вот, поэтому вероятность угадывания, она повышенная, там два из трех. Выбирайте любой правильный, и будет защищено. Пишите свои вопросы в чат, кто хочет получить ответ, или кто хочет сказать, поднимите, пожалуйста, руку, мы откроем микрофончик, выпустим вас в эфир, и вы голосом спросите, может быть, что-то сказать захотите. У нас с вами еще остается 3 минутки до окончания нашей сессии. Да, добрый день, Михаил. Здравствуйте, Илья. Да, спасибо всем за сегодняшнее мероприятие. Вопрос хотел такой задать. Вот есть Mobility Conductor, да, Virtual Appliance, а есть Mobility Controller. Вот. Я так понимаю, что Mobility Conductor не выполняет функцию контроллера, а он обеспечивает кластеризацию. Но вот в конфигураторе у них лицензии одинаковые. И вот как вот здесь лицензируются они по точкам доступа, подскажите? Спасибо за вопрос, да, Алексей ответит. Давайте я прямо покажу конфигуратор, потому что они, может быть, очень похожи, но на самом деле это различные лицензии. У нас есть лицензии именно на Mobility Conductor, да, на оркестратор, и отдельные лицензии на виртуальный контроллер. Сейчас я открою конфигуратор и просто его тоже расширю. Секундочку. Да. Иван, мы видим вашу руку. Сейчас Алексей закончит отвечать, и мы дадим вам микрофончик. Я просто выложу сейчас Mobility Conductor, Mobility Controller. Это аппаратные appliances. Дальше тут у нас лицензия на виртуальный. Они имеют значение, вот MCR, это Mobility Conductor, VA50, 500 и так далее. Теперь мы с вами берем виртуальный контроллер. Слишком их тут много, я как-нибудь ограничу по rest of the world. Да, они идут MC, VA, 10, 50, 250, 1000 и так далее.
То есть это лицензирование непосредственно контроллеров, которые занимаются обработкой сессий, трафика, регулированием ролей, политикой вот этого вот всего. А это мобилити-кондактор, который является вот оркестратором работы уже вот таких контроллеров или же аппаратных контроллеров. Причем, раз уж мы про это заговорили, имея виртуальный мобилити-кондактор, лицензию на него, вы можете развернуть сразу пару отказоустойчивую, они будут работать active-standby. Для них active-active нет необходимости, потому что они не занимаются обработкой сессий. То есть за одну лицензию получаете две эти виртуальных машины, а на самом деле даже четыре, вы можете еще пару развернуть где-нибудь на удаленной площадке для disaster recovery. И приобретая виртуальный контроллер, если у вас нет оркестратора, то вы разворачиваете одну виртуальную машину, соответственно, должны ее лицензировать. А если у вас есть виртуальный, неважно какой, mobility conductor, если есть, и вы покупаете виртуальный контроллер, то вы можете разворачивать необходимое вам количество виртуальных контроллеров. А главное, чтобы суммарное число точек доступа, которые вы подключите ко всем виртуальным контроллерам, которые работают в вашей инфраструктуре, не превышало вот эти вот лицензии. Ну, то есть купили вы вот 1000 лицензий, развернули, не знаю, 100 контроллеров на разных там частях страны, света и так далее, и начали подключать к ним точки доступа. Точки доступа будут забирать лицензии через эти контроллеры у самого оркестратора Mobility Conductor. И до тех пор, пока вы это число не превысите, у вас все будет хорошо. А когда превысите, вы просто добавите эту новую лицензию и продолжите, как ни в чем не бывало, продолжать наращивать вашу сеть. Как-то так. Спасибо, Алексей. Я еще на всякий случай дополню. Чисто такой технический момент при составлении спецификации. Вот там была вкладочка Wireless Mode, и там есть лицензии на точки доступа и в Mobility Conductor, и в Mobility Controller. Это одни и те же лицензии, просто когда составляете спецификацию, вы можете заложить либо в контроллер эти лицензии, либо в Mobility Master. Но вот эти лицензии, они одни и те же, и они для точек доступа предназначены. Спасибо, Ирина. Так, Иван, давайте. Открывайте микрофончик. Добрый день, коллеги, меня слышно? Добрый, слышно. Вот, у меня маленький вопросик. Может быть, он немножко за рамки сегодняшней сессии выходит, но по поводу все равно продукта Aruba. Analytics and Location Engine. Вот, как бы на Airhead Community есть прекрасное видео, как это все работает, демонстрирующее его функционал, и там, среди прочего, есть функционал калибровки на местности, уточнение координат и путей клиентов. Вот. Но дело в том, что мы, наша компания является партнером, также Aruba, по дистрибьюции этой продукции, по внедрению решений. И вот у нас одним из кейсов заказчиком была, собственно, настройка такого функционала, и мы обнаружили такую интересную вещь, что последние два релиза Analytics and Location Engine, в них отсутствует функционал калибровки как раз-таки. Вот, в связи с этим вопрос, как бы, чем это мотивируется и куда этот функционал делся? Mm-hmm. Иван, спасибо. Я смог адекватную информацию сети найти на этот счет. Да, Иван, спасибо большое. Я в любом случае попрошу вас, напишите, пожалуйста, в e-mail ваш запрос. У вас есть адреса сотрудников Aruba? Вот. Да, конечно. Напишите, пожалуйста, мы ответим более подробно. Я не знаю, сейчас, может быть, Арсений, у тебя есть что-то ответить, что называется, на ходу по поводу ALE функционала? Нет, кроме того, что... Информацию действительно выкрыли, функционал более подробно. Да, то есть действительно функционал убрали, как Арсений говорит, а, так сказать, что с этим делать, да, почему убрали, для чего, пишите запрос, мы обязательно ответим. Спасибо. Да, я еще хотел бы добавить чуть-чуть, что сейчас функционал, который вот попадал в ALE, да, то есть именно вот позиционирование, и всевозможная аналитика пользователей, она сейчас очень активно развивается внутри Централа. То есть, возможно, это как-то с этим связано, но, опять же, Михаил правильно сказал, мы уточним, что конкретно происходит вот с этим функционалом в рамках ALE. Но сейчас все это можно использовать из-под Централа, что входит в общем-то, в обычную подписку Централа. Что ж, коллеги,
Спасибо вам огромное за ваше время, за ваше участие, за то, что первый день зимы вы начали с нами. Нам это очень приятно. Вот, надеемся, как мы зиму начали, так мы ее и проведем. Будем чаще встречаться, общаться, решать различные технические проблемы для наших заказчиков, для нас. Засим с 5-минутным опозданием завершаем наше мероприятие. Всего вам доброго. Спасибо, коллеги. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всем пока.